Алло, Паш. Алло, Серег, привет. Да, здорово. Вот. Как у тебя дела? Да, Как спорт? слушай, нормально все, короче. Вот, у меня. Так, там. Ну, это я знаю, да, я просто, в общем, не хочу про это говорить, Ну, ну, ну. чтобы не портить, да, там, Да, настроение и не так. надо, да, там был инцидент, ты, наверное, читал, как бы, кто в группе. ВКонтакте у меня есть, Да, там. да, 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 да. Я писал, вот. Главное, что все нормально было, в общем. Да, это главное. У тебя-то как ты, кстати, вот, на этом, на турнике, на брусьях же занимаешься, правильно? Слушай, да я так последнее что-то это С марафоном, к сожалению. расслабился, да, короче, месяц этот как бы. Ну тогда я просто стараюсь, видишь, сейчас зима. Все там Сожалею. я ходил как бы, ну там месяц полностью вообще как бы вот, там октябрь. Вот, но потом я приболел. Вот, и как-то, ну, на холоде, короче, не стал, и вот потом марафоны все эти, я так сейчас, как бы, иногда бывает, заскочу, надо, как бы, ну, регулярно начинать. Вот, как-то, ну, вот, короче, после того, как год, ну, вот, в том году операцию на ноге как сделали, с связкой, как бы, и, ну, иммунитет как-то ослаб, то есть, раньше я к холоду как-то устойчив был намного больше, там, обливался водой холодной, вот, и вообще, короче, ну, а сейчас что-то вот тяжелее стало, то есть нужно просто побольше, наверное, заниматься, как бы тогда Даже ты получше. раньше водой обливался, именно закалялся или... Ну, закалялся, да, то есть года 2 назад, наверное, 3, короче, я, ну, вообще просто даже зимой, ну, то есть я мылся в такой, короче, в холодный, то есть не то, что летний, как бы, а так, реально в холодный, а потом просто врубал максимально холодную зимой, как бы всегда, то есть там минута 2-3 стоял, Жесть. вот, и, ну, реально, как бы было кайфово, вот, потом как-то вот это все отошло, там травмы эти, как бы, ну, тяжелее стало, а так вот, как-то один вот, одну зиму, я помню, вообще, там, знаешь, минус 20, как бы, ходишь там без шарфов, без всего, и, наоборот, дышится легко, как бы, хорошо, то есть не болел ничего, как бы, не было. Сейчас, ну, сейчас-то уже так, ну, никак, и вот сразу не начать это все просто, ну, нужно физическую форму просто улучшать, тогда можно будет пробовать и так делать. Ну, как сейчас пока не до этого. Ну, хорош, то, что была такая форма, это очень круто, потому что мне до такого что-то я не доходил даже. То есть надолго как-то не хватало с холодной водой. Но вообще крутая тема, конечно. Ну да. Не, ну тут, понимаешь, как бы, не, ну не может быть там или холодная вода, там или что-то. То есть ты, ну, и занимаешься, там и вода, как бы все вместе только это. То есть это Ну понятно. да, дает лучше всего результат, да, согласен. Так. Так, вы что, будем 2 на 2, 3 на 3, монобаттл? Слушай, я бы, ну, можно было бы 3 на 3 или моно там какой-нибудь, просто, ну, Дима-то там, я не знаю, может он ладер хочет покатать, как бы, я не знаю, надо у него спросить. Я вижу, он там Видимо. играет, у него народа до хрена что-то там. Видимо, интересно, не знаю. Поднатаскался в последнее время, походу. Ну да, сейчас он там говорит, что у него там были win streak 15 в обед, там в таком духе. То есть играет он сейчас очень-очень даже неплохо. Нифига себе, мас королевы у него идут. Ну, я не знаю, можно, конечно, подождать его, но... Можно и 2 на 2. Ну, можно Вообще, хоть... попробовать 2 на 2 или там А какой-нибудь сейчас, с кстати, подожди, кастом если... создать какую-нибудь там карту, не знаю. Ну, Сейчас... нужно просто узнать, что там Дима-то вообще в перспективе хочет или вообще, ну, как бы не собирается, типа. Да-да-да, сейчас я еще спрошу. У касса. Ну, он такой тролль, поэтому, я думаю, внесет пользу на стрим. Ну да. Ну, вот он Гессер мне пишет, говорит, что у Димаги сегодня что-то дела не очень идут. Но это день ото дня, то есть тоже постоянно играть на высоком уровне, тем более, ну, он уже в топе находится, поэтому там постоянно очень сильные игроки, которые тренируются, подстраиваются. Так что не все так просто. Сейчас узнаем. Пока. Но пока, видимо, Димага занят, то есть он не сможет ответить. Кас пока просто молчит. А мне еще главное, тут на СКБ ТВ Димас написал, говорит, спасибо, что не 2 на 2.
Мы как раз сейчас собираемся 2 на 2 или что-нибудь в таком духе покатать. Ну, не, может 2 на 2, может просто со зрителями чего-нибудь. Я думаю, скорее всего, лучше все со зрителями, там в монобаттл, там 4 на 4 какие-нибудь зарубы устроить. Думаю, это и не сильно понапряжно, и при этом зрителей задействовать тоже. Поэтому, ребят, кто хочет, заходите на канал СНГ в Старкрафте. Ну да, Дима там потом ответит, будет видно, да. Может 3 на 3 покатаем, ну или все вместе. Так, да, сейчас да, я тоже зайду. А, так, я под левым аккаунтом. Ты сегодня какие-нибудь турниры стримил, Серёг, или вчера? Как у тебя там вообще? Like and Cup. Не, вчера я в связи со всеми обстоятельствами вообще как бы, ну... Я просто за ночью не, ну, там, не спал, как бы там по больнице, понятно. По там, милиции. Ну, я помню, в общем, не до этого было совсем. Да, вот. А сегодня Life and Cup, короче, стримил там вот. А кто там из тиранов был? Ким там был из тиранов и три протуса, там два китайца и статс. Фига себе, вот. Хорош, ну, Ким, хорош. Ким как бы китайцев наказал, но статс наказал всех. Статс это статс, да. Жесткий-жесткий протус. Так. Ну да, вот завтра, так, а завтра там последняя группа, но там... Никого нет из тиранов? Да, по-моему, там нет тиранов. Да, там два протоса, два зерга, Zest, CG, Hero, Breaking, Silky, два китайских зерга. То есть там, как бы, протосы фавориты, ну, может, китайцы пободаться смогут, как бы, посмотрим. Ну вот в среду можно будет заморочиться, потому что в среду плей-офф будет, а там как бы состав ого-го какой. Вот. На этом лайфенге сейчас тебе скину, как бы кто вышел, там посмотришь. Можно давай будет в сети, может, можно вместе будет покомментить, в принципе. Я бы с удовольствием. Вот. То есть там Innovation, Бьян, Кин уже из тиранов вышли в плей-офф. Офигеть. Так это же офигеть, как круто. И Дарк еще есть, и Статс. Дарк, Статс, завтра вот еще... Ну... Еще Зест и Хиру, скорее всего, пройдут. Да. Ну да. То есть, как бы, составчик огонь. Можно... Ну да. Такой мини-чемпионат мира, можно так сказать. Ну да, вот в этом плане у китайцев хорошо. Плюс на Лайфенге прикольно, что как бы есть выбор. То есть, тут и Венера, и с лузерами, как бы, ну, система. То есть, ну, вот это плей-оффа. Вот. Ну, это среда получается. Окей. Ну, значит, в среду. А, кстати, Серег, ты вот примерно помнишь, сколько мы вот играли в StarCraft в Бурдвар, когда вот были на даче у андроида? Уж мне такой вот вопрос задали, сколько мы примерно играли в бурную молодость. Я думаю, часов 10, наверное. На даче у андроида, да, мы как бы, я помню, сколько там, часов 10 повставали. В 11 день, ну там поели, как бы, ну, к 11 там уже садились примерно, вроде как мы там, у андроида все четко, расписание там, все дела, было там обед, и, ну и, наверное, часов до 10, как бы, так и катали вечером, ну да, то есть часов 10, наверное, так играли, получается, ну, это те 2-3 недели, или сколько там мы были. Да, да, где-то столько, где-то две, там, может, чуть больше, ну, примерно. Так что играли мы раньше очень много, да и сейчас, на самом деле, бывает много, но, конечно же, все-таки немного поменьше. Ну да. Ну, тогда было просто в чем суть, что, как бы, тогда не было так везде интернета столько крутого, как сейчас, как бы, и получается, что, ну, просто первый StarCraft не было там, как бы, команд, зарплат такой распространенности. То есть мы, как бы, в основном к турнирам жестко готовились, а в течение года, ну, не все, как бы, как корейцы просто, как вот сейчас вообще норма считается, там, весь год так тренится. То есть в таком темпе, естественно, не тренились весь год. Да. То есть у нас, получается, просто не было интернета, и там как раз разница, ну, кто не играл в Brood War, что когда ты играешь в интернете, у тебя получался пинг, как будто бы там 200, там может быть даже больше, а на лане там все идеально. Ну да, то есть лан это, он всегда сильно отличался, потому что поэтому важно было именно, да, вот именно вот потрениться так. Поэтому корейцы настолько впереди были, что они там, они вот в таком темпе круглый год тренились, как бы, в тимхаусе, на лане всегда. Да. Причем, да, ну, представить, что там 2 недели потренируешься, там 3 недели уже потом тяжело, а они вообще... Ну, ладно, это
Один такой разговор. Так, Касс ответил, сказал, что сегодня, скорее всего, покатает без стрима один на один. Без сварок. Привет, ребят, всем привет. Так, привет, Юр. Не понял, что там за инфа прошла? О, Дима тут? Дима тут уже у нас на канале. Да, он там как бы отдыхает вроде. Ну, то есть нас спросить будет, он тебя позвать, если будет. Вот там банка, смотрю, на стриме. Ну, банка этот... Конечно же. Топчик, без банки никуда. Ага, все, окей. Давай, Серег, тогда сейчас в тот, где мы вместе. А, сделаемся, перезвониться? Да. Давай, конечно. Так, алло. Алло. Паш, Дим. Жим Диму. Так. Алло. Алло, здорово, алло. Дим. Здорово. Привет, ребята. Как у тебя дела? Ничего, нормально. Вот последнюю игру затащил. Сразу плюс мораль. Хорош. Ну, я этого Хиро Марина прокатил. Нифига себе, он же вообще топ Европы. Ну да, он хорош. Но я перед этим на равных с Мажером сыграл. Ну, конечно, он все-таки посильнее будет. Я на мультитаске, меня на дропах разводил. А Хиро Марин решил со мной в лоб подраться, знаешь. Mm-hmm. То есть без медиваков, без дропов. Оказалось, я сильнее так. Не, у Мейджера, ну, у него как раз конек этот, сколько не смотрели игры, его не стримил. Именно на дропах он вообще как кореец, как бы, но... Мейджер? Да, если как-то заставить его драться в лоб в плане сплита, у него, может, сейчас подтянул, но раньше, как бы, обычно там разваливали его именно вот на такой теме. Не, я про Хиро Марин в лоб дрался, а Мейджеру я проиграл, он мне как раз-таки на разводах... Мультитаски я проиграл. Я понял. Просто как бы он обычно вот именно этим мультитаском и убивает. Если как бы доходило до вот такого, я к тому, что, ну, слабое звено у Мейджера у него нету, там, как у Мару, Бьяна, там, и даже там Ютермала, Сплита, как бы, я не знаю. Ну, или топовых евро-тиранов. Есть. Не, ну, конечно, он как бы крутой чувак, но не настолько, как там, да, Бьян, это очевидно. Ну, не, это понятно. Так. Ну такое, я сегодня игр что-то много наиграл, не знаю, около 25 за почти 6 часов, 5.40. Нормально. Теперь можно и расслабиться. Нифига себе, ты с утра уже стримишь, получается. Я вообще хотел с утра встать и играть. Я встал, думаю, все, сейчас стартпилю стрим. Но смотрю, там Darks и Innovation стримит. Ну там грех не посмотреть, знаешь, Дарка. Просто там... Так... Сейчас, секундочку. Крат поддержал на сумму 500 рублей и сообщает успехов. Дякую. Гарно дякую. Спасибо большое за поддержку. Просто Дарк, он что делает? Он не записывает воды, и поэтому негде его потом в записи посмотреть, понимаешь? Это нормальная тема такая, на самом деле. Да, и поэтому всегда, как я вижу, когда Дарк стримит, конечно же, стараюсь его посмотреть. Он как бы топчик. Да, играет он круто, согласен. Не, ну конечно, не самый лучший зерк, ладно, там что. Конечно. Мультитаск на 9 из 10, там так. Не, ну я смотрел, конечно, и Dark, и Innovation, они, конечно, вообще... Просто прикольно, что сейчас они постоянно стримят. Да, очень круто. Это очень круто. Они там, у них такие зарубы были сегодня, вообще жесть. Там, короче, Innovation что-то там 3 или 4 раза подряд выиграл, знаешь, и потом раз проиграл. И в конце там по-корейски там перевели ребята в чатике, говорят, зерги имба. Хорош. Ну вот, Innovation не соврет. Вот как бы откровенно говорит, все от души. То, что до этого там победил Dark, ну это, ой, точнее, победил Innovation, это все на лаке. Да, лак, там билдон. Дарк победил, это только за счет имбы. Как бы по-другому это не может быть. Беллинги 40 хп вообще там. Вообще, кто их так сделал? Так, давайте, что, 3 на 3? Что играть будем? 3 на 3 попробуем, если быстро ищется 3 на 3, а если нет, то моно, то будем, например. Да, давай, я за. Вообще, монобаттл прикольная тема, можно. Ну да. Давайте попробуем размяться, да, там 3 на 3, а то, ну,
С чатом-то без разминки вообще никуда. А то нас прокатит. Ну, нифига себе, мы только ранг номер 2. Кто-то нас обогнал. Ого, там задроты. У них стат 16-0, они на первом месте. Там, кстати, вот HD Talk. Ну, такие неплохие ребята, в общем. Окей. Металл был, привет. Ребята, всем привет со всех чатиков. Сейчас будем играть 3 на 3. Потом, если, скорее всего, будем играть монобаттл, поэтому заходите в StarCraft на канал СНГ и присоединяйтесь. Габи 243 активировал премиум на ваш канал. Кто не знает, что такое монобаттл, это у каждого игрока будет один юнит рандомно выбранный, либо определенный, ну там, в общем, в основном рандомно выбранный один юнит, который боевой, всего можно строить. Поэтому там нет такого, что там надо 10 юнитов разных строить. Все, дали одного юнита, до него развиваетесь и поехали. То есть как бы несложно. С нами поэтому может и... То есть если у вас там лига, вы только начинаете играть, как бы не переживайте, заходите и... Go. Не, ну Алекс, конечно, читер насчет 2 на 2. Он же нам шоу-матч предложил. Ну я не знаю, я что-то сомневаюсь. Надо ли вообще нам с ним играть? А что там шоу-матч? Такой хитрый. А Алекс с Блайм хотят против нас сыграть с Димой. Ну, против меня, с Димой. Вдвоем. 2 на 2, да? Да. Что-то они там задумали явно нечистые. Да, Блай, как всегда, будет стрим палить. Ну как еще? То есть по-другому. Мне Блай, кстати, сегодня задонатил 30 рублей. А, ну ладно, сегодня про Блай ничего плохого не говорим тогда. Все, тихонько, да, тянем мазу за Блай. Не, ну так просто я не знаю, на самом деле. Ну просто шоу-матч, будет ли он интересен 2 на 2, такой обычный. То есть, может быть, какие-то там... Если была бы интрига, там сказать... Да, Чпитр активировал премиум на ваш канал. Там, на форуме какую-то там злобу там выразить, там опять там, что у Блая конфетки нет, там и все такое. Ну вот что-то в таком... Конфетки, да, да. Да. И как бы, чтобы была интрига, да, ну то есть собрать людей. А так просто, ну я думаю, это даже будет не особо интересно. Возможно, ты и прав. Ну да, надо что-то, какую-то стрелку набить, чтобы повеселее было. Да. То есть у нас вот, например, с VBNZQ, что он хотя бы может, хочет нас уже давно там грохнуть, как бы хотел вообще в финале у нас победить, а Алекс как бы без турнира хочет сразу прийти, как бы, знаешь, вот к финалистам, это изи. Да, кстати, как это так? Надо пробиться сначала До финала. То есть мы просто столько играли, потери там на лейдере, на турнире. А, вот так сразу, а? Причем у нас же титул чемпиона мира, как бы. Это что же не так просто? Ну, да. Так что, все. Звездная болезнь у меня появляется, так что теперь все здорово, не буду там. Так, ну что, идет поиск, а я не вижу что-то все еще, да? Что-то, походу, поезд не найдет. Похоже, ребята, которые раньше нас снайперили в 3 на 3, теперь сейчас ждут нас в монобаттле. Мне тут сабскрайбер пишет. О, так, если я 200 гривен подкину тебе, Дима, ты меня и подключишь там с вами 4 на 4 и так далее. Я хороший. Донатер. Ну, вообще топ-донатер мы можем. То есть, хочет нормально. Подкупить 4 на 4. Не, ну 4 на 4 вряд ли, а что-то как бы вот... Монобаттл, думаю, вообще без проблем. Да, то есть это вообще без проблем. Да. Не, ну как, надо только не Димаге задонатить, надо мне задонатить, то есть как бы это... Я же меньше... Лидер группы на хост зовет. Педа активировал премиум на ваш канал. Ребят, монобаттл вот нас там в StarCraft спрашивают. Будет монобаттл, просто если сейчас, если не найдем 3 на 3, то сразу монобаттл. Если найдет, то, соответственно, попозже. Да. Ну что-то долго ищет, может уже и вправду сразу там монобаттл. 5 минут уже. Да, долговато ищет, конечно.
Ребята из чатиков, кто хочет сыграть с нами 3 на 3, нажимайте поиск, ищите, снайперите. Где еще можно уничтожить стрелы? Пейд активировал премиум на ваш показать канал. Показать скилл там и так далее. Изи. Да, заспамить стримеров. Не, ну грязи не надо, грязи не надо, выдавайте нормально, без этих всяких. Тут нас в чате, я, кстати, не знаю, можно ли там, ну, в игнор брать прямо в игре человека? Что, в следующий раз? Ну вот, например, игрок тебе пишет какую-то фигню, ты его в игнор прямо в игре можешь взять? О, да, конечно. Что? Хорош. Можешь, можешь. Что-то какие-то, ну опять американцы, походу. Нас снайперят. Да, да, да. Буржуи какие-то непонятные вообще. Просто стиранрандеры. Первый раз таких вижу вообще. Да. Особенно вот какой-то смайл, что это? Из-за протоса. Мне кажется, он даже и Гэри Кайкеров покинул. Этот тоже на английском пишет. Через Google переводит просто. Ой, что такое? Ой-ой-ой. Ну, ё-моё, пацан, что-то. Так. Факс. White Knight, зачем ты нам-то пишешь? Ты же скорее всего, зачем ты в чат пишешь? Ты же с союзниками в скайпе, скажи ты им, ну, как бы, по голосу. Ну что, придется пацанам ливать. Заслуженная победа. Плотная, тяжелая. А, да, там же как-то можно делать так, что человечек типа идет. Ну, в два разные стороны. Фанат был этих всех тем. Он быстро спамил. Они не сдаются, я смотрю, да? Да. И боевые ребята. Вам точно надо на ВЦС 2017 3 на 3 ехать. Не, ну там походу это. Сейчас ресурсы попрут ему. Им там, если. Да, попудово. Какой-то, наверное, агрессия какая-то будет. Что ли? Должна быть. Причем такая серьезная. Если ребята захотят с нами вдвоем против троих в макро сыграть, уважуха. Да. А не, смайл не подтащит. Оп, тут что-то пробка. Что-то слева, слева. Ого. Ого. Все, Вань. Там будет что-то? Я. Багерионы сейчас убьют. Давайте подпилим, потому что пилон. А, ну вам далеко ехать, ладно, попробую я. Там, кстати, зерк тоже есть. Показывает сам. Ну, проходи, проходи, кто там. Тут новые подстраиваются, ладно, сейчас. Тут пофига, да, не стоим. Мамку затражу. Я скоро гидон буду. Гаденыш начинает бить. Да, дальше тоже какие-то поперли, я смотрю. Чего себе? Откуда у него ресурсов столько, да? Ему приток там же идет. Да, походу. Ваши союзники вступили в бой. Союзники вступили в бой. Что там в центре? Ничего, Марик.
если я пробку от него непонятно куда послал. Как там бежит? У нас уже такие целенаупорные ребята. Без всю армию. Надо к даркам подготовиться всяким там. Да. Разработка завершена. Ты что, сканы сохраняю? Да, туда. Нифига себе там у тирана, ё! О, там у тирана жёсткость. У бараков. Ваши союзники вступили в бой. И раунды забиваешь. Что-то они-то еще играют, не понял. Все так не так уж плохо, делать. Да? Там у Терна все, да. Терна все очень даже не плохо. Так, мимморталы. Нихрена. Ваши союзники в как-то ему этого понимал. Улучшение завершено. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Союзники вступили в бой. Враг познает нашу ярость. Тоже, блин, ну так нелегко, я вам скажу, да? Да. Написали этот пуш. Угу. Ну а там что-то вообще такой выход. Это после того, что у них там 4 ВГП было этих прокси. Ну да. Это да. Я что-то думал там вообще надолго. 2-2 робота что-то начал строить, а тут смотрю прям. Серьезно все так. Выходос. А давайте еще раз попробуем? Давайте, конечно. Да. Технорокер, привет. Ребят, всем привет. Привет.
У нас сейчас челлендж топ-1 стать своего дивизиона по очкам. Пока мы топ-2. Я думаю, мы вообще в Европе топ-2, наверное. 3 на 3. Хотя команд там, конечно, конкурентов. Так, тут вопрос. Так, ну Диме в чат пишет, как попасть в кланы Зымба? Спрашивает человек. Через постель. Только через постель. Ну да. Не, ну. Причем Димагину постели, так что. Паша, ты что такое говоришь вообще? Ну да, блядь. Еще и скилл должен быть при этом в StarCraft. В постели. Не, ну вообще-то я вам скажу, ребята, скилл в постели — это важная тема. Да не обязательно в команде. Ну так, конечно, пишите менеджерам, потому что обычно у игроков, ну, я вот, например, даже не знаю, какие у нас вот в каскад, то есть нужны показатели, чтобы тебя взяли в команду. То есть вообще непонятно для меня, по крайней мере. Но я этого не узнавал, потому что мне это не надо. То есть у менеджеров, получается, есть вся эта информация. Подчеркивание Садман, подчеркивание, активировал премиум на ваш канал. Иностранцы все. Погнали. Заказываю не на те клавиши, жму вообще. Втыкал, короче. В другие раз сейчас, Серег, поигрываешь, может, из-за этого? Все, ну так, поигрываю, но не, сейчас просто что-то не играл несколько дней, просто вообще потом. Жалею вдвойне. Потом. Блин, это я проспал этот момент, конечно. Не знаю, хотя я не успею, что я делаю. Ну да. За фотоним, ребята, сори. Это я вроде 17-й пул играл. Ты и помочь тебе в следующих направлениях. Не надо ничего помогать. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Блин, этого смайла мне пробку запилил, а? Негодник. Ваши союзники вступили. Я здесь, среди теней. Еще что-нибудь попробуем там предпринять. Ничего, выйдет, я хз. Ваши союзники вступили. Мои навыки.
сил. Мои навыки. База союзников подверглась нападению. Там рипер летят, да? Эти? Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Все, ватонки отключились, блин. Я пустота. Кино. База союзников подверглась. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Разработка завершена. Совсем спаленький. Ваши союзники вступили в бой. Ты, Серега, нормально? Ну, рейперы прыгали тут, но уже все упрыгали. Это мало дрона осталось. Ваши союзники больше. Мы ждем. А ты, Дим, ты специально золото добываешь, потому что там... Ну уже да. Там оно заскучало, хорошо. Ваши союзники вступили в бой. Ваши войска вступили в бой. Мы много рипперов. Ну что-то хрена, да, давай отойдем лучше. Помочь смогу. Видим тебя, бегут. Я не видел, что там. Линги бегут. Еще рипперы, ко мне все. Нужен хелп, я сам не отобьюсь. База союзников. Ваши союзники вступили в бой. Улучшение завершено. Серега, есть помощь? Там Беллинг, да. Блин, я с Беллинг вообще припечаю. Так, ну иду чем есть, конечно, пока-то тут особо. Или вы справились, я смотрю там. Ваши нормально, только денег дай на Беллинг, подстройку. Беллинг. Сейчас там дали. Все, нам контратаку пойти. Кинул немного денег. Че с ним много? Норм. Ну, это там я там 600, там Серега, видимо, еще. Ну я да, 450 вроде было. На тот момент свободно. Идем. Если вообще идем. Так, ну я давай, наверное, только похарасил. Попробуем. Зерк. У тебя на мене что-то пропуск. Майл. О, смотри, что-то не получится зерк. Опа. Это глюк. И, срыв, ну нормально? Так, как сказать. А воздух мы ничем не поможем. Ваши союзники вступили в бой. Много нам оверчаржа. Ваши союзники вступили в бой. Каждый тиран к нам готовится. Враг познает нашу ярость. Ваши союзники вступили в бой. Ну, пора-то, блин. И теперь он уже переходит в пехоту.
Там прям масса оракула, что ли? Не-не-не, там несколько. О, прот халява, нифига себе. Ваши союзники вступили в бой. Грок, у тебя справа. Ваши войска вступили в бой. Серег, на мейне там отобьешься? А, чё? А, дропец вижу, вижу, да-да-да. Там один дроп одинарный. Да, одинарный. Ой, просто армию собирают. Поиграю с губками. А вот здесь вот бежит? Блок, что-то. Тут массовые драйвы строятся дальше. Опа, да ну короче, мне всю армию убили, а я вообще не вижу. Ой, даю. Там вайдрайвы есть? Там вообще много. Да, с двух старпортов штампуется. Пока что штук. Блин, ну ничего, авиа анти тут воздуха нет. Сейчас, нет, сталкер, тогда построю еще. Я здесь, среди. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. О, ко мне прилетела армада. Ой, что? Жесть. Он продолжает выдрейв строить. Да, да, там ваши союзники вступили в бой. Я не. Так, а у тирана там что, кстати? Вот он. Тирана ж мы тоже они трогали еще пока там это. Он это. Надо бы сходить кому-нибудь, что там мы, ну, засиделись, по-моему, маленько, не? Как бы нас напрягает. Такое дело. Так, дай, Паша, сходи. Давай, сейчас пройду к тебе сюда. Я выиграю очень много, у меня только три королева. Так, давай. Давай просто цветочком можешь лететь, хотя... Давай, 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 давай. Ну, наверх тоже я предлагаю зайти потом. База союзников подверглась нападению. Место рождения минералов... Тебе нормально здесь? Так, будем заходить. Да, он телепортнулся. Нет, скана нет, скана нет. Давай одного, сейчас даже одного рипера. Блин, чё встал? Нормально, нормально. Сори, сейчас... Блин. Да нормально, давай заходим просто. Грелки летят сюда? Ну вот они справа у зерга тут, слева вернее. Там, ну 12 часов. Я вижу, они походу. Это морпихи подходят. Блин, да. Смотри-ка, грелки крипером прям прилетели. Ваши союзники вступили в бой. Радующиеся тени. Хочешь грелки ловить? Грелок ловить? Союзники вступили. Давай, я здесь уже. Не важно. Я здесь. Среди тебя. Ну да, два тамариками можно и половить. Есть такая тема. Хорош. Ваши союзники вступили в бой. Я. А чё вышло-то? Ещё что играли, а? Я здесь. Жизнь за Ай. Я. Ваши союзники вступили в бой. Так мы же его убили вообще, да? Я ему разочек там забежал, но он слабенький, действительно. Что, 53. Оракул убил.
53 юнита? А Оракл убил, да не, 16 пока что, где тут? Это может какой-то один из них, да? Не важно. Керриеры уже в заказе, ничего себе. Ну как бы да, ихний зерг был слабенький, не спорю. Но наш-то зерг, тоже нашего зерга зафотонили вообще-то. Ну да, кстати. Давайте еще раз. Так что все по-честному. Баланс, баланс. Да. А, кстати, надо же, ну ладно. Алекс Мирон, привет, Брик, привет. Играбельный мех в ТВТ можно играть. Тяжело, но можно. Походу они вдвоем играют с рандомным союзником Следера, что их постоянно меняют. Подчеркивание Садмон, подчеркивание активировал премиум на ваш канал. Да, это премиум был, но начало, да, в первые три символа в нем интересно совпали. Как будто слово нехорошее. Ну что, поагрессивнее или по макрести, как будем? Я не знаю, я, наверное, по ракете играю. Как и Рипера, да? Да. А Дима в три хата до пула. Три барака Рипера, чем можно. Ну ладно, сейчас посмотрим. Нет, спецом премиум это не убирал, по порядку у номера шел просто. Следующим получается, как бы. Ты серьезно, три барака? Я думал, ты троллишь. Все равно двое. У меня тут просто вообще страха, кстати. Жестко. А, все, я понял, какая. А, видишь, браток уже шарит. О, ничего себе. Зерг соло вообще побежал лингами убивать. Ренаун, короче, новичок. Агрессивный новичок. Попался, я смотрю. Оп, ко мне, смотри-ка. Опасно. Блин, убьет, убьет. Пока что ничего не убьет. Где там риперы? Где-то отстали. Кто-то в три бараки риперы играет. Кто? Кто? Где? Ваши союзники вступили в бой. А Марик Вайт. Слушай, иди ты со своими мариками. Если ты меня портишь. В центре марики. Паша, давай агресс на него пустим. Линги слева, кому-то экспанс собираешь убивать. Ну вот убивай. Ой, там скорость. Там бейлинги. Бейлинги, ладно. Короче, там опасно все. Я здесь. Ну, кстати, да. Все так просто будет. Ничего себе. Ой-ой-ой. Я тут страту делаю. Ой-ой-ой. Ой, мол. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, у меня проблемы, алярма, алярма. Оп, разводим их на овера. Ой, у тебя там два паса, паса на мейне. Сзади тут рипер какой-то бодренький ворвался. Знаете, прикрывать сталкеров. Да, конечно. Ну, хорошо тут тусовочка заходит. У нас рата пошла. Мои навыки.
тебе. Я пока камни пробью. Давай, давай. Бегут. А там не смотри. Разворокал, блин, на майнинг фоне. Воу. Ё-моё, охренел. Тут ножок. Базу. База союзников. У меня ничего, как у меня даже так не... Ну там реферы. Меня. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Я пошел. Давай, оставлю, да? Всем, что есть, практически. Кроны сталкеров на обороне. Перворожденные выстоят. Да не надо, я вот завалю. Какая только двушка, двушка. У них всех. Нас ждут в бою. Куда нам направить? Ваши союзники вступили в бой. Ой. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Тут смотри-ка, опять грелки там поперли во всем. Там вниз собаки побежали. Смотрите, грелок что-то многовато. Блин, понятно что? Не. Ваши союзники вступили в бой. А что случилось-то? Просканили, просканили. А я не знаю, там что зерга на мейне чепо. Зерг вышел. Понятно. Откуда он там знает? Я здесь, среди теней. Кто с Майя вышел, кто-то за него управляет грелками. Не смотрел, там руки вышел, мне кажется. Руки, зерк вышел просто. Только один он? Да. А мне показалось, смайл тоже вышел. Ну ладно, значит показалось. Mm-hmm. На тут. Что ты? Орбиталы. Ваши союзники вступили в бой. Разработка завершена. Месторождение минералов истощено. Союзники вступили в бой. Месторождение минералов истощено. Улучшение завершено. Месторождение минералов истощено. Я. Ребята.
Да вы бегаете? Ваши союзники вступили в бой. Я здесь, среди тьмы. Кайна там карьер уже. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, куда тиран-то так бодро полетел, я смотрю. Полил. Так, ну что, собираемся, убиваем? Дух демон активировал премиум на ваш канал. Я за. Сталкера завалило, куда я, блин, канулся? Вообще я грелок не видел. Вот это ты намутил, конечно, дело. Бывает, бывает. Ваши союзники вступили в бой. Ну, там дроп, кстати, серьезный. Блин, я еще подрезал. Я всех потерял, а как он увидел? Блин, я всех инфесторов. Среди теней. Капец. Что-то я отвлекся на секунду, он меня всех перебил. Опа, а здесь-то откуда дроп вообще? Ваши союзники вступили в бой. Ёшечка. Угу. Смайл, найдите себе уже третьего. Да, в скайпе, go-go-go, изи. Третий не лишний, в 3 на 3. 3 на 3, это точно. Ауди, привет, Стип, КЗ, привет. Привет, ребята, да. Всем привет. Ну что, в 2 на 2 то у них не получилось нас по отдельности игроку. Пошел замес. Все, понял. Пошел замес. Мозгу чанс тоже был. С кем-то другим там. Диста активировал премиум на ваш канал. А баркот, видимо, где-то слился, что даже с нами ему не удалось сыграть. Угу. Так, а где здесь что тут? А, все понял. От них нет разведки, обычно же вроде ездили. Ты там да, стенку хорошо. Закроешь, паш? Да, или... Потом, да-да-да. Я просто не буду там ничего строить, да-да-да. Чтобы удобнее было.
Марики. Еще не факт. Ваши союзники вступили в бой. Блин, то есть. Ну, что там такое? Против. А, рипер. Вот дептом там... особо риперы не заходят. Да. Ваши союзники вступили в бой. Протос вообще в соло отбился и. Ну да. Страшно. Пространственные струны настроены. Понимаю. Ну, особо много, да? Ваши союзники вступили в бой. Там Феникс, если что, понял. Угу. Короче, 9 или 10 рабов за рубажок хазарпов. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Рабайлинги. Анан Боргал. Телепортация завершена. Да свершится правосудие. Усиление. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники всех сожжем? Не, просто. Еще хочу 4-5 бараков. 4 Т-клапы. Зачем тут такое собирается? Может, мародеров сказать? Все мы телепортация завершена. На тираж. Деньги бегут. Открывайся, что проход. Смотрите, на эту базу на дальнюю поперли. Телепортация завершена. Скорее, минеральчики у кого есть чуть-чуть бы. Да, Андрей. Осторожно, Феникса летят. Много, кстати. Где скрываются? Ада. Настало. Телепортация завершена. Вижу, много Феникса. Вижу, вижу. Ваши союзники. Прилечу, блин. Ключевые игры. А нет, еще не готовы, блин. Смотри по ситуации, я лучше потерплю. Давай там. Дроп у меня тут, блин. Есть по земле что-то. Блин, ну а так дроп. Разработка завершена. Телепортация завершена. А там. Все норм. Смотрите, здесь двойной дроп заходит. Петером, блин, да? Два фронта прям так. Абсолютно. Я бегу, бегу. Смотрите, смотрите, вот полетел. Вижу. Да, да, да. Сейчас догоню, догоню, догоню. Да? Это ты тоже Феникс. Смотрите, ваши союзники вступили. Нужно ли нам отвлекаться на такую чушь?
Это да. Можно либо в атаку, либо... Один в атаку. Я за атаку. Скорее, где скрываются наши враги? Телепортация завершена. Я... Инфесторы ползут в бой. Еще скан есть? Еще и Беринги закопал. Ой, фениксов поймали, пацаны, отлетаю. Вроде тащим, кстати. Потом на экспан? Да, да, лучше по экспандам, чем куда. Давайте, я сюда пару. Ваши союзники вступили в бой. А есть немножко паш Марик еще. О, да, да, да. Эрера не хрена. О, ни хрена на все. Да. Телепортация завершена. Телепортация завершена. А себе. Они во все и сразу так. Я пошел уже нас. А где же эти выражения, что это не рандомно нубов из чатика выносить там. Паша ждал, чтобы сказать нафиг. Да конечно, на 2 на 3 нормальный. Этот, как его? Ну, получается, если они так играют, мне вообще, кроме фениксов, что-то другое строить-то вообще не вариант, ну, по ходу дела. Ну да, там тяжело что-то. Потому что, ну, как бы по земле бегать за этими масс-фениксами, отбиваться, это вообще жесть, как бы. Да, согласен. Да, тут либо тяжело. Только какой-то фангл, типа вот как они хотели, знаешь. Но лучше все-таки боевые ну, юниты, там, Роуч Гидро и поехали. А ты фениксы на фениксы, типа по чесноку. Кого больше, тот молодец. Ну да. А так гоняться, конечно, за этим всем тяжело. За фениксами, за дропами, медиваками. Это вообще жесть. Я так стрима не переименовал, Лу. Привет, так что там насчет Нидуса? В смысле, Камидзу? Да не, в 3 на 3 Нидус, я даже не знаю. Тут и так... Очень много мобильных юнитов. Ну да, если бы этот Нидус могли все влезть, тогда может быть. Да, мы уже вчера у нас была беседа по тому поводу, что Тор не лезет в Нидус. Серега, тебе привет от ребят из чатика Пека 2 ТВ. Попробуйте Special Tactics Dark плюс Гаста Димага на массе. Ну, Димага на массе это вообще норм тема. Ну, особенно Dark плюс Гаста, это, конечно, вообще убойное оружие такое. Прям против всех заходит. Не, когда Дарки с Блинком плюс Гасты, типа имба, как бы в чем их сочетание, я только ну не понял. Ну, чем они как бы друг другу подходят. Кроме того, что псионные они ребята, типа. Страфарс пишет: привет всем, пацаны. Можно в Нидус союзника залезать. Не стоит, это слишком интимное место, как бы. Поэтому и нельзя все-таки, ну, то есть. А если бы к тебе в Нидус залезали, что бы ты сказал? Тогда просто по скиллу как бы разведос, как и должно быть.
А, ты просто полностью хочешь заделать? Я закрою, здесь сатхар плюс бара полностью прикрываю. Я понял, ну это уже распилом здесь поставил, придется мне сзади гейт ставить тогда. Достраиваю. А, барак там. Зерга хата, блин. Просто гей, два газа. А не, один газ вообще. Тоже нексус, что ли? Да, смотрите-ка, нексус. Тирана Рипер один есть. Реактор строится, скорее всего, под торпель, не знаю. Да, под торпель. Не барак. Уже барак. О, био, походу. Поэтому у него королева. Ваши союзники вступили. Феникс у них тут задействован. Ваши союзники вступили в бой. Так, типа. Так, пожалуйста. Ну, зоргую экономику, на самом деле, на золото очень плохо. Я пошечку приоткрыл, вот это было очень хорошо. Я предлагаю пушануть, может, на мне. У меня ничего нету, я перехожу. Просто мне тоже марик только сейчас привезли. А я просто так пушу. Не, пуш, Серег, там нормально, там зерга экономика плохая. Правда, Феникс, вот Феникс, я не знаю как. Не, ну одному. Но Феникс на самом деле тоже энергии мало. Среди теней. Одному-то хз, ну попробую как бы что. Ваши союзники вступили в бой. Нормально побывал экономить. Давай с мариками, то может пойдем, у меня много пойдем, будет. Да, как бы. Просто, конечно, без стимпака, но пойдем. Ты как бы там от воздуха поможешь ДПС маленько. Главное, чтобы нас вообще в кал не развалили здесь. Я здесь, среди теней. Ай-яй-яй, как не успел ты это сделать. Фениксы возвращаются как раз.
Там еще энергии немного. Получим паку. Дойдем, отойдем назад маленько. Короче, вообще без огня пойдем. Еще не понял. Ну вообще риперы нормально сначала зашли. Там да, потом пуш с протосом, вы хорошо. У меня вот пошел продай, у меня зато три базы, как и в прошлой игре. Полностью раскачанный 1-1 эмгрейд и гидра роучинг. Вот начался продакшн. Ну, они не дожили. Ну у них там, да, вот пошел замес рабочих, у него там штук 10, наверное, подрезал. Да там жесть. Привет, пацаны, всем Илья. Мы FP играем сейчас 3-3. А не турнир я комментирую, как бы, поэтому. Ну что, нормальный турнир у нас сегодня? Ну да, да. Пошел замес. Здрастеньки, привет, привет, ребята, всем привет. Ребята, да, всем привет. Что-то сбилось, кстати, Паш, поиск. О, соль, сейчас, да, странно. Да, баг. Багует временами. О, смотри, game ready. Очень быстро. Те же самые, наверное. А снова баг, походу. Угу. Видишь, что у меня waiting for players. Да, у меня тоже. Подключение пишет и все. Может, да, это да. Баг, типа такой, или. Давай сейчас хотя бы 10 секунд, а ну или 20 секунд. Подождем, когда отпадет. Не сразу нажмем, может пройдет. Много. Ну давай попробуем так. Энцелад, ты, ну вот ты говоришь про дарков и гастов. На самом деле, вот эти чуваки, с которыми мы сейчас играем, в прошлый раз они больше нас победили, чем мы у них. Поэтому. То есть с ними приколы как бы особо не прокатят. То есть они на самом деле хорошо играют. Да-да. Это стопудово. То, что это сейчас мы у них выиграем сегодня. Ну, это мы просто уже про геймеры, как бы. Это понятно. Но в целом они хороши. То есть. Не так просто у них победить. Стопудово. Блин, подключение и все. Да, коннектинг. Эх. Да бред. Я не знаю, давайте, может, релок сделаем. Я думаю, это не из-за этого. Вы думаешь, батлнет просто? Да, просто батлнет, скорее всего. Ну, вообще, возможно. Меня может на группу попробовать хотят писать, но я не знаю. Тут. О, game ready. Блин. Ну, что-то оно находится, да, но что-то, блин. Что-то не оно, да. Так, давайте я тогда перезайду просто. Давай, попробуем. Вряд ли что-то поможет, но давай попробуем. Ну, на всякий пожарный, я не знаю, что еще делать. Ну, просто попытаться хотя бы. То есть, если Battle.net, то Battle.net. Так, чё? Сейчас. А, я типа лидер. Угу. Гадите. Оп. Опа, ехала. Ну, отлично. Пошел замес. У меня глагол в чатике спрашивает, а чем отличается EU от RU сервера? Кто? Европейский сервер от русского сервера. На самом деле глагол есть просто один европейский сервер и все. Нету RU сервера, как раньше. Раньше были отдельные. Когда сервера. Выходил WoW. Когда выходил WoW, был чисто русский отдельный сервер. Потом наш, ну, это неправильно, потому что меньше людей тренится, как бы.
Да, и попросили объединить, да. Вот у меня было, ну, помню, какой-то, может, Паша помнит, был турнир в Питере, где, ну, StarCraft был приз, короче, в 2010 году. А еще бета была в бете. Вот я, да, выиграл StarCraft, помню, тоже, ну, как-то в тройку вот вошел и... У меня было Евро.ру 2, там, то есть аккаунты потом сервера объединили. Потому что был там и русский, ну, как бы, Да, до сих пор так и есть, как бы. То есть у меня есть второе. На этом, да, на этом мыле аккаунт, как бы, получается. Да. Но нету просто российского сервера. Такая вот тема. Ну, сейчас он-то точно. Если раньше там как бы, ну, но еще там было, ну, сейчас-то там вообще как бы людей бы было, да, просто маловато, мягко говоря бы. Вот я думаю, то же самое, как сейчас в Wings of Liberty зайти, наверное, столько же людей было бы на RU-сервере. Ну, да. Хотя, может, еще не, ну, больше. Да, не, может, побольше немного, но смысл просто, если пинг до евро нормальный сейчас, какой смысл делать отдельный сервер? Все бы, да, играли бы, естественно, на Европе просто и все. Наши союзники вступили в бой. Куда нам? Паш, подзайдем, может, куда? Да. Я за. Да, здесь стал. Наши союзники вступили в бой. Да, я пока адептами залечу. Пока ты там шатаешь. Союзники вступили в бой. Так, 4, наверное, пробки убил. Или 5. Надо, наверное, камни надо опустить бы эти бы. Сейчас попробую. Ваши союзники вступили в бой. А, что-то как-то. Ваши союзники вступили в бой. По текстам таргета нет, братан. А, окей, все, не заметил. Блин, нифига себе, он тут баст оставил. Ну, как обычно, чуть-чуть. Пока с нас отвлекающий маневр. Да. Не, ну я тут могу это подхуже сделать. Вот тут дроп геликов, кстати, но. Сейчас буду отбиваться. Эй, мужик, иди сюда. Паша, блин, ты не видел, да. За премиум. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Да. Сейчас я приду понять. Я здесь, среди теней. Может, помогу. А есть у нас проходняк, есть один, да? Что ты прибыл? Устал. Где севером надо повесить бы, конечно, чтобы мне блинкаться и чё. Ваши союзники вступили в бой. Что? Его полетел, сбил его.
ваши союзники вступили в бой. А там танки, имморталы. Какой-то пуш намечается. Почему? Жестковатый какой. Ваши союзники вступили в бой. Среди теней. Ваши союзники вступили в бой. Ой, смотрите. Есть какой-нибудь инга отправить на разведку одного? Хорош. Что ты придумал? Разработка завершена. Сейчас у кого-то немного газа скиньте, пожалуйста. Сейчас. Чё я ей скину? Лишакову. Жизнь за Ай. Враг познает нашу ярость. Опа-опа, сталкеров окружать пытаются. Там, смотрите, можно вот это направление подпушить, наверное. У меня медиваки будут скоро производство, если нужно начать. Жизнь за Ай! Месторождение минералов истощено. Слияние совершено. Там шкомикс, давайте, короче, вот здесь вот может выйти. Тут, смотрите, все тусуется здесь практически. Аккуратно, колоссы, да? Разработка завершена. А готов. Вон, здесь все ходят. Просто вот лучше вот сюда, пацаны, идти. Вам. 100 палок. Давай сюда. Потому что здесь как бы я, ну, бой не буду принимать вообще. Вот смотрите, они сами выход делают. Давайте пока туда. Ну, боестрейд типа, да? Или принимать бой, потому что они что-то идут как бы сюда вообще, смотрите. Ваши союзники вступили в бой. Месторождение минералов истощено. Я здесь, среди теней. Давайте задержишь, я пока здесь сверху. Я здесь бьюсь, конечно, но тут что-то много. Пацаны, вы там как? Мы убиваем тут, не знаю. Ну отлично, что убиваете, потому что... Вверх тоже из первого. Боями козы пошли из подземной. Союзники вступили в бой. Что ты? Ваши союзники вступили в бой. Наши зомби напали. База союзников. Я здесь. Ваши союзники вступили в бой. Пусто. Вот с экономикой общения. Ваши союзники вступили в бой. У нас тут тоже скоро база союзников подверглась нападению. Заходит, не знаю, сможем принять? Ваши союзники вступили в бой. Давайте тайм-арк могу кинуть, попробовать, например. Дима, контроль. Сори. Наверху микос, блин, я всю армию принял. Атас, систем защиты. Приказ получен. Тяжело. Будем заходить, нет? Блин, как-то в кучу мы дерем, пацаны. Мне кажется, не надо отойти, пускай они наверх поднимают. Окей. Ну, опускаемся там. Раз так пошли. Ну, да.
ГГ, хорош, хорош пацан. Ах, тут тоже. Нормально, отбились. Фух. О, почти 5000. Еще чуть-чуть. Да, норм. Ну, такой хороший замес получился. Да. Угу. Достойные соперники, это точно. Да-да. Еще поехали. Сразу тогда пилю. Мне Марин Кинг уже советует: строй инженерку на своем натурале, чтобы демага не занимал. Не, ну так это, знаешь, не себе и никому. Ну да. А так я занял, настроил гидралисков с ручами, послал через атаку и выиграли. Все норм, все по-честному. Тимплей. Ну да, вообще да. Что-то 5 баг, что ли? Да. Че, вырезайте опять? Ну, задание попробуем, может, еще раз, я хрен знает вообще, че. Давай попробую разок еще, да, может, сейчас найдется, короче. Давай перезайду. Привет, Фоллинджер. А чё Димага все время прокси-хат устроит? В смысле? Я просто... Прокси-хат. Прокси-хата — это если ты строишь хату у противника на базе. Или где-то возле его базы. Базы. А я строю не прокси-хату, а третью базу. Просто очень рано. Процентов 90, что будет фотонить того, кто сам будет. Надеюсь, что это буду я. Не-не, я просто знаю, все. Контрю, контрю. А то зрители подумают, что ты любишь, когда тебя фотонят. Эх, блин. Кто там? Очень аккуратно. Я. Не, помнишь? На-на-на-на. А, у тебя тоже, да, тебя тоже могут фотонить. Это же про другое, ты же, если вдруг они слушают. Ай! А ладно, что ты меня хочешь? Если один шпион выйдет вообще просто. Вообще никакой шпион. Какой? А Тонин, думаете, ну хаза. На этой карте-то получается хорошо, да? Да, удобно. Делать гадости такие.
союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили. Да свершится правосудие. Я раненый, сейчас к ним там подойду. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Оракул ждет указаний. Нам это... Ваши союзники вступили в бой. Мы прибываем в гармонии. А что тиран делает, я чуть не понял. Тиран оракулом терпит тут. Понятно. База союзников. Я тут тоже оракулом. Ваши союзники вступили в бой. База союзников. Подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Союзников подверглось нападению. Ваши союзники вступили в бой. А просто с фениксов не вы не видели? У него был оракул. Оракул, два оракула там, но он с одной базы играет. Понял. На экономике сейчас тоже нет. Адептов, ведёшь, союзники вступили. Адептов. И три оракула. Нам, Паш. У меня ничего там толком сейчас нет вообще. Пожинки и пока что только две королевы. Будут четыре скоро. Я вижу. Ваши союзники вступили в бой. Не экономика вообще. Ваши союзники вступили. Нормально вообще. Адептов. Он принимаешь их? Да. Телепортация завершена. На крыльях. Ваши союзники вступили в бой. Приказ. Она... Ну чё там они? Угу. Где же любимый ими БМ, там все дела. Уже как-то ну ладно, БМа не было. Так. Потроллили. Ну что, погнали? Конечно. Надо 5к брать. Я помню, там что-то какую-то мат что-то писали, что-то такое же было. Это же вроде они писали. А, ну мат это было. Извинялся, что-то такое. Может, у них состав изменился? Есть. А, кстати, да. Может быть. Может быть. Протос вроде там писал что-то. Хотя я не помню. Мне кажется, Баркот тогда писал. То есть Баркот. Тот же самый, скорее всего, все-таки. Возможно. Хотя, это же Баркот, ну да, 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 Баркот же это Протос, а нет, даже это Зерк или кто у них Баркот, ладно, неважно. Нет, пошел замес Зерк точно, а Баркот Терран, по крайней мере в этих играх, что мы играли только что. Трипл, а, странно. Трипл рандом, ничего себе. Тройной рандом. Крутая тема. Ну, Крит отпишется, я думаю, в чате как потом. Не играли раньше, или нет? Какие планы? Ни у кого никаких планов нет? А, планы... Хорош, Чарль. Пишет. Во что будешь играть? Так, а где база здесь еще? А, вот, понял. Слышно, что ли? Слышно тебя.
Не-не, тебя не слышно. Давайте как-нибудь постандартнее, блин. Как предыдущая игра, короче, без жесткой агрессии. Чалик, ну хорош, там кто там? Взрывает что-то, что ли? У нас тут стенки в центре не будет, да? А, ну я сэплэта поставлю 2. Так так, у меня масс-рипер, так что нормально. Да. Да. Надо быть. Так да. Должно быть. Спрашивают, можете ссылку скинуть, где Innovation осмотрели сегодня? Ну на Твиче где-то, я не знаю. Поищи, напиши Innovation на Твиче, может найдешь его канал. Я не знаю. Поэтому сорян. Чалик, неладно, чувствует прокси. То, что халявит, пацаны. Марики какие-то, ну. Собаки. Чем быстрее, нежели у меня, там 19, 17-й пул. Ваши союзники вступили в бой. Мы ждем. Это нормально? Да, бля, камни, давай камни пробьем. Так, там риперы не надо. Ой, да. Не пробивать камни? Да пусть с одной стороны будем драться. Там просто дырка все равно у нас, как бы. Там два терна получается, один рипер, и другой марик. А, рипер и марик. Сейчас у меня скорость закончится через 20 секунд. Будет легче. А Паша тут нормал, о, спал, это вообще замечательно. База союзников подверглась нападению. Разобрали. Я пошел. Настало мое время. Пони вышел. Зерг. Давайте к зергу. Зерг понял, что к нему. Так, пилю. Хорош! Ноль ММР. Как это вообще? А, ну они, может, какие-то отборки там играли, типа, не знаю. Ну, хз. Ну, мы, кстати, топ-1 уже в дивизионе. С отрывом даже уже. А, это у меня тоже спрашивали про Innovation. Я, к сожалению, ссылки у меня нет, но это надо смотреть там. Когда он стримит. Ну, то есть первый плей дня. Да, с утреца он стримит в основном. По нашему времени. Удобно. Дайджонг. Знакомый что-то. Да, был. А, так это... А, понял. Были как-то, они попадались уже.
Блин, сегодня так прям 3 на 3 ищет всегда, так искалось. Как-то, да? Да. Нормально, нормально. Хорошо. Зерга. 17-й пул одного вижу. Быстро зеленый. Так, здесь хата, хата С. Три зерга, лол. Три? А там третий что ли еще где-то? Вроде как. О, да, получается. По зерга, да, и рандом. Мне кажется, что-то, что там... Сейчас. Да, уже лики бегут. Фига, мы попали, короче. Да, три зерга. Три жуху, три зерга, да-да-да, здесь мув. Паша, к тебе, кстати. Да, мув делает все дела. Побежали куда-то к другому, смотри, что осторожно. Возможно, ко мне тут. Возвращаются ко мне, да? У меня Беллинг и Морфис. О, Беллинг Бас. Ваши союзники вступили. Там Беллинг Бас пошел, да? Да, да, у Паши. Первого. Да свершится правосудие. Будем. Мазеркор, у нас сейчас подлечу. Как-то больше и нечем особо подмочь. Ваши союзники вступили в бой. О, хорош, Кора, как же. Хорошо, там оно тоже подходит. О, бля. Вижу, вижу, вижу. О, ко мне шли тут даже. Да, я... Пушим. Сейчас, да, надо в ответочку идти. Я думаю, что у меня как раз варпа и 4 гейта, и Глеб вот сейчас скоро готово будет. Хотя вот тут что-то смотрю. Там бежит. Идем осторожненько. Все, я готов вперед двигаться тоже. Там что-то уже ГГ пацаны пишут. Да. Вот там деньги что-то стоят. Вот контур врыв идет. Нормально. А, блин, тебе не нужно. Хорош. Бам! Хорошо, бахнул. Дима, к тебе бежит. А, нет, все тут. Все идеи ко мне бежат. А, да, тут зашли в гости. Да, тут с апгрейдом. Понял, там ручей-то много, конечно. Я сам не справлюсь. О, с геликами гол. Сейчас, подожди, а, ну, я потом геликами хотел. Ладно. Да нет, тут нормально просто было. Хотя и так неплохо, с базой зелёными. Мы вернем себе Айю. Ваши союзники вступили в бой. Такой сэндвич, да. Мы здесь я не знаю, что мы сейчас сделали.
Конечно, там же один вообще остался. Ну, плетками попытка достроиться жестко. Последний герой остался. Да-да-да. Кабину не разломать, так хоть подпортить маленько. Жизнь-то надо. Да-да-да. Ну, это правильная политика. Биться надо до конца, короче, гейминг. Там слева санок, да, тоже много. Враг познает нашу ярость. Эй, кому доделся Линдон? Что ты? В смысле, Роучин? Ваши союзники вступили в бой. Я там раучи. Наверху нормально. Да-да, лучше свалить пока. Надо вообще вот этого убить, который здесь ресурсы передает. О, то есть, там вроде бы Серега поубивал, не? Это все, я рабов убил, да. А, окей. Ну как бы на майне, там на второй я не видел, чтобы рабы были. Роджеров много. Ваши так. Союзники вступили в бой. Блин, этого зарга наверху, который у него рабочих-то нет. Собирает, видишь, вот, вот этого единственного. Ну да. Слева еще Серега сейчас его убивает. Последние базы у них. Оп, да, ну короче, что-то пришло много. Да-да. Нормально идет. Бодро, да, бодро. Ладно, пускай там подрезает. Я не против. Чем то пошел туда? Паша, а у Паши ничего нету, лол. Не, да, мне сейчас батлагерем. А че ты молчишь-то? А я циклонов начал выходить, да здесь, ну, сейчас вы поможете, я знаю, я вас верю. Как ты говори, мы же надеялись, что это танки там. Так, проход рампа. Алло. Изи. Я здесь среди тебя. О, мы два моих циклона сейчас сделают его по-другому. Два апгрейда сделаю сейчас. Дело с двумя циклонами, да? А, ну да, да. Что-то вообще так бодренько апгрейды напилил. А что там, циклоны? Все, вот нет. Сразу? Джейдон. Да и Джонг сражался пока как. Почти как Джейдон. А один против всех, короче. И 8 ММР нам дали. Давайте, надо 5к, 3-то очка-то добить, блин. 3 поинта ММР. Угу. Спасибо, Айди Дроид. Это ты, я вижу, на Тинькофф там прислал.
что, закончилось быстрый поиск наш, что ли, накаркал. Ребята, нажимайте поиск. Угу. Ищите нас. Да, да, да. Поддерживайте нас. Ну и каналы наши, ну и поддерживайте поиском тоже игру. Кстати, ребята, у меня тут 4 человека осталось до следующего смайла. 4 премиума нужно. Да, пацаны, давайте, конечно. Поддержите Димагу. Да, да, да. Серега, у тебя сколько до следующего смайлика? Все, у меня... Так, там 470, что ли. Нифига себе. Ну, у меня сколько, сколько? Раз, два, три, четыре. У меня как бы 6 слотов открыто, один вообще свободный. Я еще смайлик не сделал, 7-й просто. Тут как бы... Ну, то есть там с какого-то 5 или 6 800, короче, надо, типа, вот. И там потом каждый следующий, типа, тоже 800. Вот. О! Ну да. Много, много. Ну да, ну вот я все... Надо будет, кстати, да, пацаны, до Нового года что-то придумать, чтобы запилить за смайлик-то такой какой-нибудь. Чтоб... Шляпу. Ну, шляпу, да, лунтика мне предлагают, там еще что-нибудь. Ну, просто вопрос в том, чтобы нужно не просто как бы картинку круто, а нужно продумать так, чтобы как бы людьми применялся. Вот успешность для смайлика, короче говоря, где находится. Вот. Ну да. Мне, кстати, пишут, что, Дима, ты байлы кидал в форсфилды Серегина или нет? Где кидал? Ну, байлы. Я, да, был. Там не только на форсфилды, там просто получилось так, что Серега зажал между форсфилдами зерга, а я туда накидал байлов. Получилось, что я как бы и форсфилды поломал, зато и зерга попал и на самки там. Да, там не суть важно. Все нормально, все нормально, да, ребята. Олд пирожок, спасибо за премиум. 3 премиума осталось. О, game ready. Так, пошло, пошло. Спасибо. Из одной команды. Опа. Таких, кстати, не видели-то мы еще, по-моему, даже. Яндекс, спасибо. За премиум. Двушка осталась. Ребят, нормально. Я сделаю стенку. Угу. А, блин, я уже. Нормально. Ничего, нормально. Ну давай. А, все, понял. Тут стенка с двух зданий, да? Точно. Да. Понял. Ну ладно, будет для оверчаржа, типа. Тирана я уже вижу. Mm-hmm. Тирана, да, тут риперы, у одного, у второго тоже барак, кстати, по-моему, газ-барак был даже. Сейчас третий и найду кто. А то я поехал третью базу устроить. Так, просто похоже, что... Два барака. А, да, два барака, да, вопрос. Кстати, тут как-то агрессивно, я смотрю, все очень даже. Да, очень даже. Это походу на факту тиран идет второй. Или... А, нет. Да, да. А, нет, барак, 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 барак. Серега, ворота открыл. Тебя, видимо, пробка там глючит. А, вижу, вижу, вижу. Закрыто, я сейчас только сейчас заметил, что она заблудилась что-то. Смотри, смотри, рипер на муле. Хорош. У
Ну там у второго тирана меня смущают еще бараки. Да. Че-то супермасс реперы типа. Да, какие-то. Ваши союзники вступили в бой. Паса хорош. Спасибо, Форбели. Ну, да. Уже в оборону, походу, реперами ушли. Ваши союзники. Хотя нет, нет. Ну, что-то они стоят, да, пока там, что стоят, не знаю. Так, да, надо халявить, что. На контратаку сбегать, если что. Да, можно, кстати. Тетим скоро-скоро, так. Спасибо за премиум, ребята. Кавасакис, есть смайл. Так, я да, скорость уже есть, как раз дотекание сейчас. Оп-оп, смотри, 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 плот, плот, ну как, а? Давай-давай, я снизу. Ай-яй, не-не-не, снизу. Аккуратно, получится. Да, давайте вы вместе снизу, я сейчас присоединюсь сразу сверху. Хотя... Ну, вот здесь, это уже нахал. Так, аккуратнее. Аккуратно. Нужно нам там снизу вообще бой принимать. Ну давайте попробуем окружить. Блин, сейчас, Дима, они заметили, что там окружение, попытка идет походу. Давайте отступим пока, а то у меня просто один гейт, как бы, и добавляю, и золото ставлю вообще. Окей, давай, то нужно хайграунд, а поднимемся. Да. Что-то. Я тут единственный без экономики, как бы. Ну я тут начинаю дронов строить. Да, давай, давай. Раз такое дело. Да, надо что-то строить. Там? Риперы? Арапы, арапы. Гаденыш. Я здесь, среди теней. Теперь все вернулись. Я здесь, среди теней. Куда-то не смотри, в тыл. Очень много риперов налево. Да, 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 вижу, золото. Вижу, 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 да. Оракул на мой летит. Сбил. Хорош. Смотрите, тут какой сюрприз. Опа, здрасте. Блин, пробки полопались. Да. Может вообще разбить камни. Блин, давай, давай, я вообще сюда и шел, как бы думал, подразбить может. Это мародер тут за это самое. Заблудился. Да. Разработка завершена. Блять, там базы, ставьте дальше кто. Оп, Либерон с на мейне у меня. Иду к себе на мейн. Там у них база в центре у тирана вот есть. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ой. Ваши союзники вступили в бой. Я тут им дырку прогресс, и я бегу в контратаку. Басик там колбас. Ваши союзники вступили в бой. Мало рабочих. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Да. Ох, там много. Ух, нихрена адептов. Выхожу.
что вы там грызаете вообще, все тут вступили. Ну так, как бы это, харасим, харасим. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили. Я тоже пойду под хара что-то. Ваши союзники вступили в бой. База. Ваши союзники вступили в бой. Танк, танк какой-то момент, да, сейчас да. Отойдем пока. Сейчас давай арку еще. Союзники вступили в бой. Место рождения минералов истощено. Ну, здесь этих надо ловить, гада. Ваши союзники вступили в бой. Место рождения минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Рипперы один один апгрейдер. Враг познает наш. Ваши союзники вступили в бой. Что-то колосс каких-то много. Ваши союзники вступили в бой. Либератор возложен, мы, конечно, через него не пройдем. Ваши союзники вступили в бой. Зайдем пехоту, примем? Давай. Иди. Мы там туда уже. А там вступ... лол ты сам разобрал. Нифига себе, что-то у меня в конце 6 тысяч минералов стало, 3 тысячи газа. Мне никто не скидывал ресурсы. Нет. Блин, 1-2 осталось. Что такое? Хорош. Растягиваю на удовольствие. Джонни Уолкер, привет. Ребята, всем привет. Привет всем. Так, кстати, ID-дроида надо добавить. Привет, ребятухи. Так, будем пилить какой-то новый смайлик на днях. Ну да, спасибо всем. Надо продумать, какой. У тебя там я вел один только, да, пока. Поэтому, я думаю, придумается да, быстро. Да, один это второй будет. Третий через 100 премиумов. Нормально. Ну, нормально. Хорошо. Вы, кстати, видели вот игру? А, ну ты у нас не в ключевой конфе. Серега, там вот это как Warhammer, что-то какое-то. Вид от первого лица. Роботом ходишь. Там вчетвером играть кооператив. Скоро выйдет 8 вроде бы декабря или 9. Там ролики просто кинули, прикольно, может быть, как кооператив порубиться с командой.
Игра Warhammer, как какая-то там. А, ну как Star, типа вот этот Warhammer, который на ВЦГ был какой-то, я помню, все время там это. Не-не-не-не-не, на ВЦГ же был этот, это как стратегия, а я имею в виду как шутер. Знаешь, а, такой, там выйдет просто... Warhammer как шутер? Да-да-да, там вот именно прикольно, что вот ходишь от лица, там какая-то команда разная, типа, ну, в общем, совместно надо проходить в таком духе. Я думал, можешь порубиться, попробовать. А когда посмотреть. Выйдет? А вот, ну вот, в ближайшие дни, то есть там уже, сейчас мне, к сожалению, не найти сообщение, но... Не, поиграл бы, ну, прикольно, просто там вот сейчас, короче, ГГ-года отборочные, там, ну, там всякие в 19-х, там, числах, в 20-м ближе всякие ЕМы начнутся, вот эти, как бы, тоже, вот, то есть, ну, если, конечно, будет там что-нибудь жесткого, то можно и по, ну... Я так давно хотел. А это именно first person shooter, да, Паш? Да, 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 да. Ну, вот сейчас я попробую найти видео, вам скинуть. Чтобы... Да не, я понял. Я просто вообще как бы не особо в first person shooter играю. Да, я тоже как бы... У меня просто проблема такая, вот не знаю, в Call of Duty давно когда-то сел проходить, и там была миссия, короче, на корабле, и корабль шатало, знаешь? И меня реально начало тошнить. Вот после того у меня шутеры, вот я даже Counter-Strike как-то годика два назад играл. Это жесть. Вот я играл, ну первый час нормально, но вот когда уже второй час, все, меня начинает реально тошнить. Я не знаю почему. Не-не, тут нормально, тут не будет такого укачивания, ничего. Так что все должно быть в порядке в этом плане. Я вот кинул, чтобы... Не, ну такое дело, может как-то и попробуем, в принципе. Ну да, просто как для разобрать. Тем более новая игра, там как бы все в новинку будет в этом плане интересно. Ну это да. Не, ну можно, как давно спрашиваешь, типа, помимо Старкрафта там что-нибудь, ну там поиграть или еще как бы, ну, а так что-то не времени нет, ну и одному как-то так, если вместе что-то, это самый как вариант получается прикольный. То есть да, там сразу, мне понравилось, что там сразу четверо, то есть играть командой, проходить. Peggy 16. Ну-ка, мат, ну что тут такое? Ну, какая-то графика прям жесткая, я смотрю. А вот это да, будет. У меня, может, даже компьютер не потянет. Ну что, вы скинули, да, там в чатик? Да, я сейчас вообще включу, просто посмотреть. А, все. Ну я в это, да, в скайп. Да-да, я понял. Я как раз зашел, у нас экран... Ой, 3 терана. Против нас? Ло. Ну да. Да. Хренасе. Ну тогда. Не, ну с тиранами или жестко халявить, или пробивать сразу их. Там другого варианта нет, только... Здесь просто сложно будет, если они Mass Reaper'ов будут играть. Ну, Mass Reaper'ы, да. А что за карта-то? Проход, в принципе. Проход-то я застрою. Ну вот. А база у нас там справа получается, да, все? Да-да-да. Да. Я могу две базы взять. Это мы знаем, да. Так, Серег сможет гонять пробку на розетку, посмотреть, что они там? Да, после гейта, да, сейчас вот. Не-не, я просто мимо шел по ходу дела. Изначально как бы. Там уже два саплая и два барака. То есть все, нифига не видел. Опа, я прошел. Открыл! Хорош! Как по закату. По красоте вообще. Это было красиво.
Да, прям перед носом. Так, здесь два барака, один. Второй газ, что-то масс-риперы, походу, да? Масс-риперы. А здесь у нас что? Так, две КСМ-ки еще там развиты. И здесь, так, а здесь реактор. У других реактора еще барак. Что-то много бараков. А где КСМ, которая у нас на базе была? А, все вижу. Меня. Четыре барака у Терана. Там будет прям много. Бил. Ни одного экспанда было. Ну да. Паша, тащи. Агрессор. Посол один с Критерана. Да, чё, изи вообще. Ваши союзники вступили в бой. Ой, на там реперовцев. Что себе? Циклоны, вон. Циклоны. Циклоны это, конечно, не нежданчик. Но они медленные. Паша тут сам разбирает мне трехтер на лоу. Вы скажите, если стенки надо открыть? Не знаю, у меня там базы берут. Идем, убьем их. Блин, пилон, живи, у меня тут сюрприз заходит с него. Ваши союзники вступили в бой. Миссуя, стиран. Страх. Я тут линга беллинга настроил, ой, там скан. Хорош, беги, там туретки, лол. Там по две туретки. Что-то там прям так... Готовы, ребята. Вообще, да. Любят они дарком, любят они все остальное. Че, не побежали, наверное? Здесь вообще открыта дорога, там Серега да, всех да. Застал вообще вернуться, верно. Депо открыто? Ну, открыто. Ваши вот. Тут много, конечно. Я циклонов тут зажал нормально. Значит, мы тут вообще нормально бьем. Что-то не знаю, кого будет бить. Бей всех тогда. Как по Тору из компании. Зерги, повсюду так стреляйте, повсюду, короче. Здесь, среди теней. Ваши союзники. Ну, не то, давайте. Не то, чтобы дарки зашли, но подотвлекли так маленько. Да, нормально. Они очень... домой бежали все. Блин, да ладно. Ноль, да ну, короче, что за подстава-то, пацаны? Как вообще? Ну, надо 5к-то сегодня набрать. Ну, что тут, непорядок вообще. Похоже, на сегодня это не получится. Um.
Не, на троих 5555 это жесть. А, 4 пятерки, прям как вот в 2 на 2, да? Да, 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 да. А не, мы тут пятерку не можем просто набрать. По 0 ММР. Ну и смотри, разница, у нас даже 1000 разницы нету ММР. 4260 у них. Что-то ММР не растет. Да, не особо растет. Да куда там особо некуда расти получается. Что-то теперь искаться медленнее стало, пацаны. Кто там не жмет кнопку-то? Не дает нам 2 очка. Хорош. Так, что-то писали какой-то турнир начала. Какой турнир? А, Корсар Кап. Нет, Корсар не буду стримить нафиг. Типа бестрейд нытиков. Будут там что-нибудь ныть. Да вроде... А, не была игра, вроде Hellraiser, Кас. Опять три тирана те же самые, да йо. Да, походу опять плюс ноль. Ну два-то за второй то раз могут одно дать, хотя бы. Ну да, по 0.5. Давайте пробьем их. Я быстренький. Раз. Давайте, давайте. Вы хотите вообще прокси? Ну не прокси, давайте такой типа. Дима, давай, там давай. С хаты со второй без раскачки, блин, баст. Я тут летанул уже пол, Серега. А, ну или. Ну просто чтоб как бы это. Ты там, я-то просто позже, получается, подойду, чтоб просто не прокси-зилки эти бесполезные. А там чем подконтролить хоть можно сталкерами там кинуть. А, я на этот. На я все сделаю чересчур жесткий. Четверо. Он еще ко мне не приехал. Так, Зорн, 44 рус. А ММР за уничтоженные постройки и базы дают? Нет, ММР у всех просто определенно есть. По победам, поражениям, соответственно. Побеждаешь, увеличивается, проигрываешь, уменьшается. Бункер уже прям на базе. Рабочих. Ваши
союзники вступили в бой. Конечно, на лепу. Ох, блин, нифига там, Жамарик. Здесь можно пробить? Я здесь, среди теней. Можете перекинуть? Не знаю, попробуем. Не надо. Ваши союзники вступили в бой. Ой, сори, сейчас. Союзники вступили в бой. Кто-то там уже решил, что все. Дайте бункер, может, пробьем. Давайте, Дим, подойдем. Сейчас поможешь? Оверчаш выставлю. Не, я тут в рабочих вообще. Ну, вроде вступили в бой. Да, пробил сайдак. Нормально. Угу. Ну, кстати, получается, надо, если пробивать... Опа, один дали, смотрите-ка. Получается, если такой темой как бы играть, то, ну, мне надо пилона как с тираном ставить, с оверчажами где-то там на застройках каких-то в спушем месте. Хотя ХЗ тоже тут чуваки просто мертвые, как бы, если так нормально и будут, то... Втроем уют, походу. Шустро. Те же самые? Нет. Зерк Тиран Рэндом. Интересно. Что-то нам карты одни и те же попадаются. 3 на 3 что, не так уж много карт, да, получается? Там были 6 карт где-то. А, видишь, может они черкают? Ну, у кого-то вычеркнуто, да, скорее всего, там, типа, может. Где проход ты ищем? А вот он. Закрыли проход, застряли, да? Негодяи. Угу. Затерял. А, здесь еще один проход есть. Да. Серег, потом в стенку больше зданий не ставь, окей, я там все застрою, чтобы проходили нормально. Угу. Как стандарт, через хату. О, в тиран, что-то со цеха-то не играешь же, наверное, вообще вон. Блин, мне рабочего забили. У него даже газа нет. Да. Он даже зерга дрон что-то делал. Слушайте, может где-то на нашей справа в правой стороне или опять в центре где-то? Прокси, типа. Ну да. А ну зерг-то не рашит. Зерг, да, странно. Я лимбуш подстрою. Может тогда быстрый командный центр у тирана? Походу, да, ЦЦ-шечка, походу. А, лечу там.
Ну да, есть какие-то марики. Не, ну, много, 4, да? Да, да, это просто бараки. Ух ты! Че, выход пошел? Ну, да, мисклик, да, 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 какой-то выход. Ну, там небольшое количество мариков. Может, пока. Да, идут, 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 идут. Блять, чуть не обосрался. Если здесь у нас громко так долбанул, то я представляю, как у тебя вообще. Что-то там вот. Там заходит, ребят, заходит. Нас тоже жестко сейчас что-то взрывать. Опа, пилон, хотят фокуснуть, нельзя давать. Нельзя, бегу, пацаны, бегу. Гоу, вот так. Ну тут не так, кстати, ну, то есть у них какой-то... Я здесь, среди теней. Не, ну у нас нормально. Как-то у них не синхронно все, да, получилось, походу. Да, чуть немного в разнобой, но. Да и как-то линейная скорость. Найди. Блин. А у них минус один. Я уже обрадовался, что нам плюс один. Ну да, нам ноль, короче. А куда? Где же закон сохранения энергии поинтов, блин? В BNZQ, привет. Подождите, у меня гувка бы-то? Не понял. Ребята, у вас на твичах ваши стримы работают? Я просто что-то пишу, у меня на гудгейме лег. Хотя при этом работает лол. Сейчас загружаю свой, посмотрю. Я думаю, что работает. Хотя, да, работает. Все окей. Да, у меня твич тоже работает. Мне говорит, как будто падало. Ну это не факт, что у тебя проблема, потому что обычно много, ну, что говорят. Я пользую F2 демолов, особенно с риперами. Да вообще, на самом деле F2 это очень полезный топ-кей. Ну так-то да, как бы, то есть просто иногда бывает, ну, не, нужно натрениться, чтобы его не нажимать, как бы, в некоторых моментах. Процу. Ну да. Тоже, ну там другим расам тоже важно, там обсервер развешен, дети на ксилмагах стоит, все, ты нажал, все, короче, все убежало, да, оттуда. Да, я из-за этого вообще убрал F2 полностью, только сейчас юзаю так, мышкой нажимаю только, когда нужно, и все. Угу. Потому что до этого у меня там линги развесил по карте, там на ксилмагу, F2 нажал, все, вся карта вообще. Ну да. Слепая. Без контроля карта, так что я не знаю. Закапал. Я смотрю, все топовые корецы, кстати, тоже без F2 играют. То есть там мышкой нажимают и все. Ну, может быть, да. Потому что когда бывает атака идет, ты уже рефлекторно там F2 жмешь, и как бы от этого, ну, тяжело, да, тяжело привыкнуть, короче. Чтоб. Именно так. То есть, особенно в панических ситуациях. Ну да, там обороняешься, что-нибудь тебя наломились, да, ты хоп, F2, там все полетело, как бы, а потом, ну... Здорово всем, ребят. Привет, привет всем, ребят. Evil Hunter Live зашел. Говорит, спецом аж к тебе зашел сказать, что до слез рассмеялся, когда у тебя там что-то бабахнуло. Бахнуло. Но это не у меня, это на улице там. Да, если бы это дома так бомбило, а ты продолжал бы стримить, то это уже... Это уже перебор, знаешь. Это уже перебор, да. Да, рекламу можно снимать про каких-нибудь, типа, геймеров, там, взрывы, пофиг сидишь, там, ладер катаешь. Все, плюс один. Давайте, плюс один. Так, команда, пацаны, все. Быстрая рука в чатике.
Премчик прошел. Удачи. Dodge 2 Air активировал премиум на ваш канал. Вопросы с этого всегда плохо. Оп, попер. Я сделаю все. Он на нем ничего нету, что? Прокси 4 гейта, что ли, я чуть не понимаю. Нексус. А, Нексус, значит, да. Да, он, короче, макроплеер. Здесь бараки, да. А здесь что у нас тогда? Лол. Это он тоже знает. А нет, это получше. Хотя все равно тоже да. Блин, короче, запилили отлично. Я в наглую через рабов езжу, блин. От этого я просто не понял, что у него Nexus. Да-да, Nexus, скорее всего. Сразу сверху сейчас сталкер. А, нормально. Я видел, там был один. Да вот он. Поезд назад. Да, рипер пока перехвати, я сталкера поотгоняю. Тут смотри, пробочки пришел. Ходи, уходи. Некомфортно. Зайдем, может, поколбасим что-то. А, давай, давай, давай. У меня два сталкера, это вроде как. Сталкера забрал. Я бегу, бегу, бегу. О, все. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Всяк потенциал, блин. Или вот, а, вот там уже убили, я на. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. Ваши
союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. Ну что, поинт дают? Нормально. Да, ровно плюс. Пятерочка, да, так прям вот прикольно, что такое число. Оп. А им два уже отняли, чтоб нам один дать. Хитрая схема какая-то. Ну чё, гоу ещё пильнём? Я за. Давай. Или может, может там... потом монобатл? Вот и я подумал, может уже так зрители, может, давай зрители приобрели. Давай, давайте, давайте. Пять пятерку сыграли, короче. Давайте, пацаны, на СНГ канал все, ну, сыграем монобатл, что ли? Да, заходите все, ребята, на СНГ. Да, английскими буквами, да. И гоу-гоу. Ваших останет, давайте дам, короче, лидера тогда. Давай, давай. Так, ребят, ставьте плюсики в чатике и, соответственно, подпишитесь. Арстений. Да, мы просто это получается как разминка вообще на самом деле. То есть постоянно кликаем. Четыре на четыре или 3x4? Давайте, наверное, втроем против четверых рубанем. Давайте, давайте, да. Так, сейчас тогда заджойнится еще один. Пурпурчик. Что-то не заходит. Коннор Рус, привет. Вот VBNZQ тоже хочет. Вы бензики? Да не, его нельзя, он же читер. Читак, да? Ну, зайдем. Блин, нифига у нас тут людей, сейчас уже фиг кого найдешь. Так, нет, вот он. Третий. Снизу. Четвертый. Так, хорошо, ладно, инвайт кого-нибудь. Да я пытаюсь просто, я заинвайтить, а не это, не женится. То есть, может, ошибка какая или что? А, все, я понял. Так, мастер Вася еще как-то зашел. Не, мастер Вася, сори. Все, ребят, 3x4, поехали. Так, а почему у нас-то 4? А, вот. Не-не, да. Заинвайтился просто. А, ну, VBNZQ, следующую игру. Следующую игру тогда обязательно надо будет заинвайтить. Про геймеров, которые хорошо играют в монобаттл. Кстати, мы пикаем или рандомно blind? Я не знаю, на самом деле.
Можно пикнуть, можно рандомно. Я за то и за то. Давайте рандомно для расклика просто. Посмотрим, как кому сегодня благоволит удача. Так, Свич, Петр, сколько записи заливается на YouTube сегодняшний, интересует? Ну, сколько? Не знаю, от размера зависит. Ну, такая часа на 3-4 не очень долго будет заливаться. Так, ну что, быстрая рука? Быстрая рука продолжается, пацаны. Поехали. С небольшим усложнением. Угадайте 10 последних символов. Не, ну там, знаешь, прям кидаешь код в чат и там между буквами хотя бы черточки ставишь, чтобы стереть их там надо было, блин. А, окей. Опа! Так, я репера уберу, потому что это имба будет. Я считаю, что это имба. Ну, вначале, поэтому я другого возьму. А мне оставить? Ну, этого юнита я-то оставлю. Ну, давайте, воздух и земля есть, как бы, по идее. Да, только нужно будет дожить до этого всего. Фотонки, если что. Че, не было быстрой руки? Нет, что ли, в чатике? Че за дела? Сейчас я... Мастер вас активировал премиум на ваш канал. Все пытаются ввести и не могут стереть. Не понимаю, что за фигня. Не работает. Так, ну тогда такая простая. Линги, роучи и эти, мародеры, жесть. Как этот, ну имморталы. Если доживем. Получается, они настолько рашить будут. Потому что, ну, да. Дерзкие подчеркивания, Салдиер активировал премиум на ваш канал. Да, типа того. Ну вообще вы должны нас рашить, потому что, ну, вам нечего банально убивать тут наш воздух. Вообще нечего, просто никак. Ну, кстати, да, вам по воздуху ничего не стреляет вообще. Ну, застраивайте. Да, им можно как бы грелкам сейчас скинуть резко просто. Я фотонки пока строю. Я тоже. Ты развивайся, Фоми, я фотонки. Давайте. Построим. Да, ну не забивайте там про всякие дропы. А ты не напоминай им. А я им не напоминал, я нам напоминал. Может, ребята забудут. Сразу. Я им подсказывал, наоборот, специально. Ну не надо вот этого вот. Наверняка. Сейчас там дырка, блин. Еще одна. А сейчас раз они просто всю карту займут. Мосту редками застроятся. Поскольку по экономике. Слушай, Паша, давай со своими идеями. Это что-то ты это самое. Разбушевался. Дропы. Раш. Мазбазы. Ой. Мародеры пришли какие-то. А, хотели зарашить, походу. Дают, пацаны. Барак на туре летает. А мы их... Знаешь, что самое главное? Чтобы он сейчас его не посадил и не построил мародер. У него Рейвен.
А, это рейд? А, это нормально. Смотри, посадил таки. Знаешь, как они собираются убивать-то реально? Нидус там. Вот это да. Не очень хорошо. Ваши союзники вступили в бой. База союзников. Уже и засранцы-то, а? Еще ты там отбиваешься. Они к вам побежали сейчас, осторожно. Серега. Это уже очень плохо. Смогу сейчас. На стеночку тут сделать. Они здесь, где сверху. Что если она то футуре отказалит? Она еще жестко. Ваши союзники вступили в бой. А блин, там можно. Стоит. Ваши союзники вступили в бой. Подверглось нападению. Фига себе, меня такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Могут пробить. База союзников. Сейчас я выйду, попробую. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Дроп мародеров, блин, они меня добьют вообще жесть. Ваши войска вступили в бой. Ну, хорошо. База союзников подверглась нападению. Улучшение завершено. Я вернулся. Тут ручей много. База союзников. Угу. Есть такое дело. Ой-ой-ой. Лечу. База союзников подвергнулся нападению. Жесть. Эти нет, убили. База союзников. Роучики добегал. Группа, блин. Ваши союзники вступили. Шатает потихоньку. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники уже 1-1.
что там как. Ну я так все на самом деле. Ну что-то пока смогли сделать. База союзников подверглась нападению. Я вернулся, чтобы служить. Это уже серьезная тема. Месторождение минералов истощено. Я вернулся, чтобы служить. О, фигахаты тут нагло строятся. Да. Очень даже нагло. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Что у тебя, мародеры опять приперлись. Блин, ну да. Вот я на свой страх и риск идусь, там собачатник, блин, жив. Не, ну собачки вроде мне там... Пацаны, вы морфу в роучи, я думаю, что не очень хорошая идея выкапывать. На земле-то 8 рейнджа. А, нифига, у вас уже армия. Скан есть? А, вот нет, у нас сканов. Ваши союзники вступили в бой. Месторождение минералов истощено. 3-2-2 и морфы, пацаны. Ну, для роучи опасно. 2-2-0 темписты. Блин, так непривычно, что темписты 8 рейнджа по земле. Ну да, это. Эти летят на меня, эти автотурели ставят, да морф их разворачивается, отбивая, так прикольно. Ты так меня все любят вообще. О, хорош. Ты слабый, короче, себя добить хотят. Закон джунглей, короче. Могли, да, отличная игра. Месторождение минералов истощено. Так им не нужно было вообще блейд дотягивать было. Ну да, надо было рашиться. Да. Да. А будет. Месторождение минералов истощено. Как и морф, говоришь, крошит все здания. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Месторождение минералов истощено. На наши зомби напали. На самом деле можно же ходить. О чем он говорит, реально пошел? Моих выдрейков. Да. Ну, им нужно было рашить прям вообще, прям с прокси совсем. Да, всем. То есть и зергу тоже сразу лень, да. Там дропы всякие вот эти делать. По-другому. По-другому все-таки очень тяжело. А в Нидус можно союзников засовывать? Нет, нельзя. Значит, сегодня все, уже это все да, хотят что-то в Нидус союзников засовывать. А вот Нидус не очень хочет. Певчик, привет.
Ремс, привет. Так, кто-то лишний был. Глеб, сори. Или Гард. Давайте Гард, значит, позже. Давай, давай. Все, поехали. Поехали. Опять же, рендом? Наверное. Так, рандомчик. Быстро. Рандомчик. Что-то быстрые руки в чатике не наблюдается. Так, Сич танк. Кто меняет? Ты уже репикнул, да? Нет, нет. Помер. Нет, я нет, нет, пока. Ну я репикну. Давай попробуй. Дерзкие подчеркивания, Салдиер активировал премиум на ваш канал. Дерзкий солдер самый быстрый. Не репикать мне, да? Или репикать? Как хочешь. Да, репикну. Что там интересно? Я не успел, даже не увидел. Я никто не имел. Опа. Архон, 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 архон. Ну хз, что он бьет. Ну архон хоть по воздуху бьет, блин. Хотя там риперы, зелоты. О, это опасно, короче, очень даже. З. У нас какое-то все, то есть эти циклонов, циклон должен спасать всех. Да, если VPNZQ захочет, то на самом деле не получит большое преимущество. Посмотрим, посмотрим. Ты наверху окей, тогда? Наверху, не понял. Ну, экспандер. А, да, не вопрос. Да я вообще не знаю, как тут просто зелоты и риперы, я хз. Ну, я... Так я должен циклонами отбиваться. Думаешь? Ну, вообще, да. И планетарку то здесь вообще ничего такого другого ты не сделаешь. Ну я планетарку леплю туда. Тарку? Да лоу. Не, не надо. Не, не, не. Окей. Ну плохо, да, что тут кроме планетарки особо ничего нельзя сделать. Защитных строений. Бункер построишь, а толку с ним. Можно продать. Ха! Прям барыга 80-го левела, блин. Ну, бизнес по-русски. Типа, купил бутылки, забухал, сдал. Ну, или что-то там было такое, типа, подобное. Ну, ты можешь поехать еще просто рабочими поставить бункер там где-то, это, мешать им экспандер ставить, продавать. Я, конечно, в заказе. В заказе. Это NCQ читер. Чё там, реперонские? Мне пофиг, я фотонками об него вношусь, короче. Ваши союзники вступили в бой.
И походу это правильно. Не тяни время, Дима. Да. Не, ну там пофиг, сколько реперов на самом деле. Главное, что. О, хорош! Ну так-то можно, можно. Ой, хорош. Так что вообще залетай. Что-то хрень какую-то делаю. Тут бараки еще сделали. Ты видел? Паш. Ох, ни хрена себе. Ты разведал, но не увидел. Да я тут просто смотрю, что ко мне барак залетает, там это. Да-да. Слушай, а циклоны хорошо как работают против этих как раз стартовых финитов. Я уже не ожидал. Ой, что я сделал? Что-то там они еще... Ходят, что-нибудь там проходит. Бензики. Такой читер, а? Я тебе припомню, вы были. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Пусть там банши. Ваши союзники вступили. Забывайте. Банши, да, я забыл. Я уже забыл, что. Ваши союзники вступили. Ну, так, да. Ну вообще у меня циклонов много на самом деле. Потому что... Хочет меня запилю пока одну турет. Чтоб наверняка будем все хорошо. Ой, вижу. Ты банчат. Зря я эту туретку. Да, вижу. Блин, воу. Еще улетел. Ты можешь нам туда поставить, пожалуйста? Да. Чё лечим? Да свершится. Я на мейне. Эй, не, нормально, я отбился. Он трипера не очень сражен. О, хорошо. Я даже не видел. А ты можешь чинить, да, мое? Да, я рабочую пытался чинить. Батл Крузер? А, у них Батл Крузер есть. А, кстати, да, лол. На батл уже летают, да, что батл... ли, там или что? Да, телепортнулся ко мне. Я совсем перебор какой-то. О, теперь он, конечно, не улетит. Эти. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась. Ты еще можешь, пожалуйста, поставить турецку? Меня убили. А, блин, тебя там напрягает. Все нормально? Ну так, если один рипер он напрягает меня плотно. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Зилки идут. Ваши союзники вступили в бой. Разработка завершена. Блин, а мне чертов батл крузер прилетели, бахнулся. Так, я еду, пока доеду. База союзников подверглась нападению. Я выхожу. Серег, нормально отбился? Ванша пролетела, блин. Или не одна. Я инфизи нет. Скан есть у кого? Блин, вы рано рвато. Я что-то решил. Ничего будет. Сейчас, давай. Ну ладно, подрезал.
Тут Battlecruiser продолжает. Много Battlecruiser продолжает наглеть. Циклончики там далеко. Да-да-да. А вот банша опять... А, не, контролит не надо сканить. Ваши союзники вступили в бой. Рипперы у тебя на мейн просто. Не, на мейн на мейн. Давай, отбивай. База союзников подвергла своим действием. Ух ты, читеры какие, а? Телепортируются после Яматагана. Да хорош ты. Рипер, да? А что это? Смолом уже, я смотрю. Баншу, там Паш, дай контроль, я не знаю, может ты или там сам. А, давай, кидай. Улучшение завершено. Так, Серег, все, забирай эту группу. Я предлагаю гоу-гоу-гоу, может? Я тут выношу ВБНЖК. Давай, эту группу это возьму со своими. Банши. Я что-то зависло. Меня тоже. Вылетел. Кто-то вылетел. Добро лайф. Блин, а тут нагло. Союзники вступили в бой. О, застроили. Там сзади батлкрузера. Вижу. Влади своих там сэшечкой пожал. Тут халява, братан. Стой. В двух местах не успеваю. Блин, там что-то реально батлов уже дохрена. Риперы на мейне тоже. Ебка. Баншей. Что-то и баншей тут многовато прилетело. О, нихрена себе. Тут, по-моему, все плохо. Есть, я не туса, что-то падают очень-очень быстрыми темпами. Кому-то надо? А? Генерал. Генералов кому-то нужно? У меня есть вроде как бы. А вот сканчик сейчас, наверное, пригодится. Хотя, может, Сереге кинуть что-то там больше этих дрепов. Я могу туреток просто прийти настроить Сереге, если надо. Ну, туреток, да, надо бы, было бы в какой-то момент, видимо, настроить. Да, у тебя тут же везде фотонки, я смотрю. Ну, это на майне, а здесь вот тут, вот, короче. Так, да я хз, как-то что-то там батлов, как мы убивать-то будем чем? Ну, секерами там пробуйте, не знаю, какими-то. Ну да, автотурели. Как они приходят? Откуда риперы приходят? Ваши союзники вступили в бой. ВБНЗК, читер. Свиньи летят тут. Нагло. Смотри, сколько батлов там, просто дичь какая-то. Жесть. Не, в натуре, как мы это? Секер миссил? Ну, это, наверное, другое, это что там мне... просто в стек, как бы, пробовать, да, там, кидать. Ну, гематы... Ой, гематы, да. Дефенс-дроны. А, работают, да, дефенс-дроны? Да, да. Да не, ну, как бы и дефенс дроны, и все, но сикера в первую очередь надо накидывать, мне кажется. База
Смотрите, прилетели. База союзников разводит. Давай, не секири их там, короче, я не знаю. Во. Ну так, еще хз, короче, как-то. Фига там зелков прилетело. Ох, их сейчас проходишь, архоны распотрошат. А где батлкрузер? Телепортнулись, мне там поубивали. Рейвенов. Ой-ой-ой, ни хрена там банши. Усиление псионной сети. База союзников, мысль нападения. Ваши союзники вступили в бой. Да, что-то все как-то не очень хорошо. У нас такой чистый, чистого демонжа по воздуху. Вон там батлы у меня летают, смотрите. Надо, короче, их... А, ну тут вообще, короче, жесть просто какая-то. Это жесть, реально. Вот тут банши еще летают. Сука, секиры, блин, ты мол! Секиры в стэк хватал. Нихуя знаешь, там идет! Успеваю телепортнуться. Ваши союзники вступили в бой. База союзников подверглась нападению. Ваши союзники вступили в бой. Не знаю, давай чем убивать. Серег, у тебя есть что-нибудь? Ну я тут ну, пытаюсь, не, я вообще у меня тут, я сливаю, как бы сливаю и... Не, он там банши сейчас Никсус еще хотят убить очень-очень сильно. Я пойду в контратаку, потому что я ничего не могу банить с батлкрузером воевать. Давай, все рифтеры какие-то, все там. Это стали они постоянно... Да, жесть вообще. И когда тут будет старый. Без бреда на броне. Нихрена! База союзников подверглась нападению. Ваши союзники атакованы. Я выхожу из тени. Улучшение. База атакована. Ваши союзники вступили. Сзади. Я выхожу из тени. Ваши союзники вступили в бой. Место рождения. Не, ну понятно, с батлами-то тут. Как-то нам походу, ну хотя куда тут агрессивнее, циклоны, я бы только архонами что-то мог бы помочь бы там в начале. Ну, а Рейвен... Агрессивнее да. Тут и некуда, в принципе, да? Да. Надо на танке было оставить, как бы просто тогда. Не, нормально, нормально. Одному мне. Не, ну Рейвен здесь, вот третий бой юнит, демонджевый хотя бы, да, какой-нибудь? Не, так подожди, сейчас что ты, мы еще не проиграли, сейчас, конечно. Мы тут с Пашей, типа. А, ну давайте, давайте. Только у меня потом... ничего не осталось, кроме ресурсов, короче. Давайте, я вам скидываю тогда ресы все, что есть. База союзников. Подверглась нападению. Так что редко, если у тебя есть ресурсы. Да-да. База союзников подверглась нападению. Надо батлкрузеров их убивать. Вступили в бой. Ну хз, как вот это убить? Это нижняя база, пускай они сами там, я этих отправил. Пускай просто я... турецкий а, мне тяжело, Паш. Убивай турецкий по дороге хотя бы. Да-да. База союзников подверглась нападению. Ну, пойдем. Ваши союзники вступили в бой. У меня там... К
Крошат, конечно. На наши зомби напали. База союзников подверглась. Так, скидываю, короче, тут Паша тогда. Или кому скидывать? Дима, отходим, осторожно, схожусь в батлкрузер. Отходим, значит, ходим, не вопрос. Вон там Мазер Форс моя. База союзников подверглась нападению. Блин, как автоторили, конечно, крошат сейчас, это жесть. Отходи, да, просто отходим, отходим. Тут урели даже волков нормально крошат, кстати. Ваши союзники вступили в бой. С отойдем здесь. Ой-ой-ой. Ваши союзники вступили в бой. Сит не крест. Чем. Ну, смотрите, здесь нагло как просто. Да, вот туда иди. Сих в левую часть перетаскиваем. Так, тебе Дим Гаста скидываю. Ваши минералов больше. Так, гончие там есть как? Стреля. Ну, есть, все у меня. Там подлов, конечно. А, нет, подожди, надо на открытом поле как-то. Блин, подлов. Ваши союзники вступили в бой. Надо открытое поле как-то встретить, ну, чтобы я мог подъехать поближе, потому что... И постарайся чуть-чуть хотя бы автотурели по дефенс-дронов точнее поставить. Хотя, может, попытаемся навалиться, я не знаю, 3-3 грейды. Ты скажешь, так и мы сделаем. Давай попробуем, у нас других вариантов-то нет. Пойдите, да. Пойдем, поехали. Сикернуть там по-жесткому, короче, просто. Кстати, смотрите, часть-то телепортируется. Автотурели и димстафи, они жестко дэмэдж наносят. Да, ставил, забыл. Вступили в бой. Ты ставил? У меня ману заканчивается. У меня ману закончилась. Ой, блин, тут еще они слева. Все, у меня маны нет. Улетай, главное улетай. Я понял. Не, все, мне не хватает. Я отхожу. Главное, рейвен. Телепорт, имбалансный. Рейвен, главное, не теряет, потому что нормально сможет колбать. Блин, ну, а кто-то рейли, у вас тут батла-то 4 или 5 штук всего. Ой, зилки пришли. У меня... Не, он вернется сейчас, там с половиной. Да, ну да. Ну это да. А у меня как бы все. Не, автотурели потом просто решает. Пока рейвен, все, понятно. Ты хочешь, чтобы я сражался до конца, да? Ну, конечно. Так, не, Рэвины на самом деле могут затащить. Ну, вряд ли уже. Они шуют очень сильно, на самом деле. Не, так я же не спорю, что сильно. Еще руки нужно иметь. Да нет. Не кривые. Блин, пошутят. У меня маны нету, я не знаю. Не, какие-то ты тоже, ну ладно. Там просто большие. Не надо, Дим, сейчас зачем? Не надо тебе маленькое количество, мне кажется. Хотя... Сейчас, подожди, можем, кстати, попытаться навалиться на них. На вот этих батлов. У тебя энергии много подкопилось. Все, обрубили мне добычу, скидываю, короче, тут. Давай, гоу, Паш. У меня 9000 минералов и 0 газа. Блин, он собирается, не, подожди. Так, сейчас, подожди. Много тут. Ну тут да. Строй еще Рэвина. На весь газ оставшийся. Строй Рэвина. Штука 10 и больше. Отходим под Фреда. А, ну вообще, кстати, может быть, я могу тебе дать какое-то... Отлетается твоя Рэвина. Ну это контроль, конечно, но я, правда, у них ресурсы дохрена. Гоу может. Вот он там чинит. Как раз они все в стаке. Ну да, попробуем. Да, попробуем. Давай, ласт бой. Давай. Больше. О, смотри, закадешился, ТПНчик сейчас. Блин, нам здесь хватит или нет? Да нет, там слишком батлов до хрена. Автотури... Ой, этих кончик больше пускай. Не, без тут жестких сикеров здесь, ну... Если бы штук 6 зашло бы в такой штек, конечно. Ну да, там тогда, может быть, что-то и было бы, а так... Если бы они еще хоть не уходили, знаешь. Ай, лол! Я лох, я забыл апгрейд на них сделать. Это дичь вообще, да, там же дымы.
А грейд на броню сделал? Не, вообще, у меня все грейды по нулям. Он даже уникальный, там же 30% демон же турелем и сикером, по-моему. Не-не-не, да? Грейд на броню-то хотя бы сделал. На самом деле, отходи, Ревен, зачем ты сейчас маленькое количество кинул? Я так поближе эту тему уже кинул. Не, зачем? Потому что сейчас надо... У тебя Ревен они решают в большом количестве, то есть, когда, знаешь... Понял, я просто тут уже как бы давным-давно сдался, я не знаю. А, ну ладно. На маны игра. Хотя бы, конечно, можно было. Если бы я апгрейды сделал, я, сори, затыкал жестко. Забыл вообще. Не, ну дали же, грейд на броню же зданием сделал. Не, ну не все же выигрывать такими юнитами-то нам как бы и то. База союзников подверглась нападению. Не, ну тогда, ладно. Не, на самом деле... Не, а если бы вам как-то удалось, я просто тоже как бы не смог архонов настроить. У меня было там какой-то момент их штук 20, короче. И все, там потом их постоянно убивали. Так бы СП пошел бы архончиками вперед, там масс-сикеры, может быть, что-то вот только так бы СП получилось бы. Да, не, ну Рейвен и имба, конечно. Я забыл апгрейды. Там и энергия 25. Вот самые главные апгрейды я забыл. Зато я сделал на рейндж туреткам и на армор туреткам. Я думаю, почему ботлы, знаешь, улетают от секермиссила в конце. Думаю, блин, да как так? Там же рейндж сумасшедший. Оказывается, я просто апгрейд забыл. В смысле, а что там? Очень просто. А что там рейндж? Там разве грейд рейндж дает? Да. Постоянно патч рейндж дает. А, то есть дэмэдж не увеличивает? Тоже. Дэмэдж увеличивает, но только у гончей, а в туториале нет. То есть, а, в туториале нет, понял, там было. Ну, они и так 25, куда им больше-то. Это вообще жесть. Че, поехали? Да, давай. Так, предлагаю после этой игры сделать небольшой перерыв. Да, я бы покушал что-то, я, возможно, вообще бы закончил стрим на самом деле. А, ну сегодня... да, вообще целый день. Да, но я уже 9 часов как бы стримил. Да, это жестко. Так, попёрли. Быстрая рука. Акап активировал премиум на ваш канал. Окунь, быстрая рука. В Бензекью ты читер вообще. Да, я тоже эти реперочки. Не, ну циклоны, кстати, очень хорошо справляются и с риперами, и с этими зелотами. Угу. Но все равно то, что они постоянно залетали, я не мог сбиваться. То есть к Сереге уеду, они ко мне постоянно летят, летят, летят. Надо было просто оставить, я не знаю, один или два циклона дома. Они... Да. Ну как бы в идеале. Так, не, я... У меня тоже. Халява. Не, ну у меня от халява, понятно, для этого. Ну не то, что халява. Что мне делать? Не знаю, мне кажется, репик. Зерлинг? Хотя... Ну, против воздушный только я, получается, если там какие-нибудь жир... жирные будет. Ну, не надо было репик, короче. Ну, давайте. Да, не надо было. Не, ну нормально, как бы, толпой, может, завалим. Да, ну я знаю, что я буду делать. Чё там у них там? Оооо, танк. Ё-ма, всё контрит, короче, просто вообще, ну тут... Жесть. Ну я предлагаю это самое. Дайте быстро я что-нибудь, короче, ну. Просто, я не знаю, можешь мне поскидывать вначале, как бы там, что толку. Нет, время, там время, 3 минуты еще. Ну, в смысле, в начале как можно будет. И попробовать как бы, ну. Тебе, наверное, Дим, Нексус первый надо, типа, знаешь, такую. Да, Нексус первый надо. Ну, экономика.
Ну да, им как бы рано. Потом, конечно, дестабилизатор, кстати, может зарешать, если батл крузера будет не очень много. Ну потом, потом это просто будет. Танки и морфлы, как мы сталкерами с ними биться, так как бы. И минки еще там, это перепор, блин. Причем у нас скана нету, получается, против минок даже. Да, беда вообще. Ротос в разведку приехал. А не, он что, фотонит, он нам две пробки едет. Аккуратно помер внизу. Да ладно, да? Вот он обнагревший Ротос. На нее вроде не а, не, фотонит, фотонит. Фотонит? Фотонит, ё-моё, отдаёт. Нападению. Давай, фотонит. Да, ну я тоже зафотонил-то, а? Ребята, держите, я тоже умею фотонки строить. Чё вы думали? Муфры. А мы все время думали, что это нуб, как бы. Фотоночки, это вообще же милое дело. Когда работает. Я здесь, среди теней. Второго зафотонил. Опа, я на минку приперся и минус нули мне сталкера, блин. Ваши союзники вступили в бой. Что ты? Я здесь, среди теней. Мы едины. Ваши союзники вступили в бой. Когда минус мораль пошла. Ваши союзники вступили в бой. Ну, будут не только минус мораль, конечно, линги. Полкера хорошо заходят. Я здесь, среди теней. Читер. Хорош. Мы же в макро. Я здесь. Сочастно. Что ты придумал? Я здесь. Среди теней. Я. Ваши союзники здесь минки что-то. База союзников подверглась нападению. Что ты придумал? Война. Война. Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. База союзников. Нифига там минок. Да, минок реально много. Разработка завершена. Ваши союзники вступили в бой. Дима разошелся. А что делать? Ну что-то я как-то как слов прок отреагировал.
здесь, среди теней. Хорошо. Отличная игра. Что? Отличная игра. Пойдет версия. Бегает переплинкнулся в атаку. Пустота. Я здесь, среди теней. Я. Что? Моя. Я. Моя. Ваши союзники вступили в бой. Блин, сколько тут мин-то? Да, немало. Ну, кстати, минки прикольные, если, да, с окопочкой вообще 200 ли там лимита минок настроить. Ну да, если дальнобойных нет каких-то у его оппонентов, то это жесть. Да, если каких-то колоссов нет. Ну да, там санки, серебрезаторы. Кто еще живет, я не помню. Я тоже не понял, не знаю. Агар. Владик. Ваши союзники вступили в бой. Отличная игра. Да, отличная игра. По красоте? Угу. Плохо, да. Ну что, еще одну или? Я бы перерыв, я не знаю, Дим, ты как? Я тоже, я уже голодный. Я, наверное, все, ребята. Давайте, за... давайте так, компанию. Все, наверное, я тоже тогда домой пойду, как бы что-то, ну, не хочу сверхдолго засыпать сегодня. Вот. Все, ребята, парни. Счастливо. Всем все. Пока-пока. Пока, да, пока, пацаны. Ну что, ребят, короче, я не знаю, я думаю, можно запись оставить, как бы, на ночь. Сегодня, ну, сегодня подкопилось, да, как бы, материала, так сказать. Лайфенко плюс наш гейминг, да, получается. Сейчас я стоп-старт сделаю.